я не тот. Надо переключить камеру, блин. У меня камера неправильная. Все, вот здесь правильно. Не-не-не-не-не-не-не-не. Как переключить камеру? Так, хочешь на эту камеру? Так, камера готова. А, осталось только понять, как ссылку расшарить. Поделиться. О-о-о-о-о. Ебать, что ты... О-о-о-о! Блин, она опять... Ну все, теперь идем и ждем, пока народ прочитает сообщение и попадет в этот... Если ссылка, конечно, работает, я надеюсь, что она работает. Пока что никого нет. А ты скинул в группу? Да. Так ты скинул от имени Зуфера. Ну, это слишком сложно. Это, конечно, грамотно, но слишком сложно. Грамотно. В смысле, а что надо? Ну, понимаешь, для этого нужно, чтобы Зуфер там Зуфер... Нет, то есть, ну, это да, это тоже непросто. Ему нужно тогда залогиниться откуда-то. Ну ладно, пока идем. Что надо сделать? Давай идем. Запустить от имени группы, типа? Да. Алло? Нет, спасибо. А ночью? Да. Нет. Нет. Мам, я не помню, мам, давай не сейчас, блядь. Серьезно, я на сходке, алло. Да, дело пиздец важное, все, пока. О, все, ребят, сигнал пошел, кто-то пришел на эту. В общем... Ты закинул? Да. Да, все, закинул, все, перископ есть. Так зачем? Это нормально? Что? Нет, мне кажется, нормально. То есть, я не знаю, это батя предложил. Оно не видно в новостях, а если запустим от имени группы, то будет видно в новостях. Ну, мне кажется, что те, кому действительно интересен перископ, они просто следят за группой. О, карта метро. Да, все. Все сели в нуле, один человек. Я админ. Что, кого там? Слышал, Денир, даже ты не админ теперь. А я админ. Где, в основной группе? Да. Ну, в смысле? Меня выгонят? Я, если я сейчас нахожусь там админом, я начну удалять посты с матом по привычке из доброгруппы. Да, вот это проблема. Лол. Ха-ха, давай, расскажи мне про доброгруппу 2016. Доброгруппа. Я слушаю, да. Админ осы группы. Что стэмбовать? Я, ёпта. Не знаете, серьезно? Ну а, блядь, ну а как? Почему ты на фотку по-другому выглядит? Кто? Батя, это кто? Нет, ты по-другому выглядишь. Батя, это кто? Это Стэнлай. Первый раз слышу. Ну, Стэнлай. Он админ. У меня такая же реакция была, когда мне про Файердиггер рассказали. Админ основной группы. Так я и не претендую. Я такой, ебать, да ты Файердиггер не знал. Ну чё, сука, сейчас тебя ногами пиздить буду. Ты, если бы я еще услышал это батя, то я бы, блядь, пиздец. Нет. Не, я не узнал. Я не знаю, потому что ты меня рафакаешь. Блин, держать, конечно, не очень удобно. Чего? Отлично написала. Милена. Да, батя, давай ты будешь вести трансляцию, ты будешь лицом и секс-символом. Давай, бери. Нет, это сложно, я не готов гоняться с айпадом, ну, и пиздец, на камеру. Ну, типа там... Здорово, пацаны! О, что, Вася? Тут два человека. Диггер, покажи все. О, Дон Амар тут. Амарчик. Амар, привет. Все, я тебе говорю, смотри, вот это вот все наше, короче, там дохера народу, блин. Где Амар, дай мне Амара. Где же Амара? Амар, ты хуй... Блин, нормально. На. Там сзади пиздец этот. Держите. Че я-то? Вырыгнулся, нет. Объясняю, потому что ты секс-символ сходки все. Держи, Игорь, твоя очередь. Нет! У тебя борода, ты круче. Да, никто не знает, как меня... Давай я попизжу со всеми. В смысле не знают? Пишите кто-нибудь что-нибудь. Да, но они без бороды, они... Батя, как думаешь, кто когда сходишь за сотку эту штуку? Они стоят на... А смотрит один 250, человек. По-моему, не стоит. Ну, там, на самом деле, если нажать на эту кнопку, то будет показано другое количество. 6 зрителей. Вот, я не очень уверен, как это работает. Может быть, имеется в виду зарегистрированные. Блядь. Что там Амар пишет? Вот так сделаю. Понял. А вот это я не знаю. Понял. Я не думаю, если бы здесь был Гавакон, то были бы свечи, ведь отвечали. А его здесь нету, потому что ему нет, где было остаться. Да никто ничего не пишет, мне неинтересно. Да потому что еще никто не зашел. Вообще никто. А, ну понятно. Там. Потому что в Москву сразу налетело кучу народу. Потому что все хотели Талалу и Кота увидеть. Ну да, это тоже удивительно. А это правда. В Питере не
никого интересно. Вот именно, тут какой-то шалась и все похуй. Согласен. Да тот как... Наконец-то у меня что-то вырубилось. Да перезагрузи, блин. Да он тебя не слышит, у него вырубилось. В смысле? Саная регистрация перезагрузила. Богдан случайно нажал на кнопку ком, потом вернул. Трансляция перезагрузилась, и Амар не запускается. Йоу, здорово, Амар. Ты виноват. Баган все испортил, как всегда. Дайте мне. Он сломал все. Да-да-да. Чего, блядь, пиздец? Вот, респект за такой. Короче, лучше вот так вот сделать. Ага, согласен. Да кого там не знают? Ну вот такая вот вся толпа, короче. Никто никого не знает друг друга. Мы идем в Дворцовую площадь. Это здесь. Это здесь? Это вот это? Не очень. Это Казанский собор, если что. Дворцовая площадь, она в конце улицы справа. Это очень большая площадь перед самым большим дворцом в России. Покажите, чего? Здорово всем, Богдан, здорово. Баган, твой кустик. Покажите кустик Богдана. Баган, Баган, кустик показать. Да, потом на Ломоносовскую ехать. Да, на Ломоносовскую надо ехать, чтобы показать кустик. Но туда толпой не поедем, все соединятся. По какому маршруту? Кто пишет? Да хрен знает. Мы пока идем в сторону Дворцовой площади. У меня столько места нет, чтобы всех писать. Да ебаный ты. Кто там, блядь? Да нихуя не видно, я не могу держать ровно. Блин. Там сколько? Надо 3 человека. Да никто нахуй не смотрит. Да в смысле, если нажать 10 человек смотрит. 10 человек смотрит. Ну конечно, еще не все приперлись. Да никому не надо это нахуй, где спрятаться. Вот вагончик. Марчик, блядь, братан. Короче, тут много народу, надо будет подождать. Автокоррект. Вагончик. Это автокоррект был. Чё, диггер, чё там с камерой? А чё не диггер с камерой? Да потому что он не был. Привет, Витя. Голос против. Привет, и Ипомнупс. Всем чмоки! Да иди нахуй смотрим. А чё народу так мало смотрит? Чё такое? Да тут больше. Тут больше народа. Где все? Почему 6 человек всего? Так, ты кто? Скажи, кто? Я Стэнвальд. Ты Стэнвальд? Не знаю Стэнвальда, но как-то. Короче, чикайте меня со Стэнвальдом. Да, мы покемонов ищем. Чмоки капу правильно. Бля. Пуш, как там эта ссылка на Руручи скин? Бля. Я не помню. Я точно не знаю. Короче, тут все непросто. Тут все стесняшки боятся друг друга. Да, они все реально какие-то как будто... Никто ни с кем не разговаривает. Вот, пришел Эмбас, помахал вам всем. Есть человек, который приехал из Оренбургской области. Человек из Оренбургской области вообще приехал. Вот это жесть. Человек здесь... А вот, слышь, скинули пуш на этот. Пуш 3UYMT.zip, да. Здорово. Руручи. Это Руручи скин. Ну иду так. Я. Вот батя с нами. Вот диггер. Найдите Кирюшу. Кирюша будет. Сердюков. Так много народу, я не могу держать так нормально. Так ты держи, главное, себя. Тут я не знаю. Сердюкова ВКонтакте нет, скиньте ему ссылку. Чтобы он здесь спамил своим этим скином. Он мне угрожал недавно. Привет, передай привет Имбасу. Привет, Имбас. Угрожал. А? Имбас, да. Где? Вот, тебе привет там передали. Я не увидел, кто, к сожалению. Напиши еще раз, короче. Там твоя мама говорит. Сколько человек вас там уже? Нас уже здесь 30-40. Сколько нас тут? 30, да? По 30, да. Мы придем, когда на площадь придем, мы сфотографируемся и посчитаем. Где манки? Вот манки. Ты манки? Здорово, а я Шавася. Сейчас дам. Что за организация? Организация по захвату мира, ОСУ, блядь. Че пишут, че пишут? О, манки пришел. Манки? Ну манки, что вот? Я не чмок. Кто Яна? Кто Яна? Яна? Какая Яна? Я не чмок. Я не чмок. Да типа, я не знаю, чему это. Сразу чмок, ты чмок. Мы не против. Короче, мы сейчас где-нибудь встанем, и я всех покажу, попробую всех показать, кто здесь есть. Просто сейчас мы на Невском проспекте, и здесь много народа. Обезьяны едут. Задианонят всех, не переживайте. Да, блядь, не могу нормально держать, извините, ребят. А ты вот так переверни. Вот так вот? О, блядь. Вот так еще лучше народу видно. А я, кстати, не знаю, он будет переворачиваться или нет? Нет, не переворачивается. Покажи всех, заебал. Чуваки, если он переворачивает камеру, то камера переворачивается в веб-версии или нет? Скажите сейчас. Я не могу показать всех, потому что мы идем, и здесь много народу на Невском проспекте. Еба настоящая обезьяна. Все настоящие. Вы не поверите, все по-настоящему.
Да не холодно, не холодно. Прямо. Ну блин, как сказать, на самом деле жарко, но может в любую минуту дождик начаться. Мне аж холодно стало. Отчего тебе холодно стало? Да на улице тепло. Покажи город, покажи город. Мы реально в Питере, все по-настоящему. Ну потихоньку народ подходит. Да в смысле потихоньку народ подходит? Тут нас дохуя, мы просто не знаем, куда идем. Да все идут сзади. Да, да. С вами Выпук. Привет, Выпук, блядь. Видимо, еще не все еще посетили. Да, мне тоже так кажется. Сейчас я спрошу. Батич, мокните писю за меня. Сейчас скажу ему. Батя, батя. Если Пумнупс просит, короче, за него чмокнуть тебя писю, блядь. Кто просит? И Пумнупс. Я чекну. Пашка. Паша, его Диггер там чекнет его письку. Я чекну. Что? Рандомная тян. Бля, весь народ сзади прется. Представься. Гриша. Гриша. А Тимир смотрит? Кто? Тимир. Увезен? Да. А хрен знает, еще не написал ни разу. Ну, пишите что-нибудь, ребята, я не могу. Так скучно. Имбасу от Выпуку привет передать. Еще один человек. Нет. Бейджик, блин, передам, как его увижу. Он где-то сзади идет. Шавайся, дай модерку, заебал. У меня тут Витя один, блять, не помню. Короче, этот, Акинатори спрашивал, сколько будет стоить модерка на Twitch-канале. Типа, я хуй знает. Шавайся, дай роль в Дискорде. Блин, напиши что-нибудь в чате, я тебе дам роль. Пирожочек. Бля, ну, ребят, извините, что я веду эту трансляцию, а не Диггер. Потому что они мне сплавили планшет, и я его несу. Диггер, когда 1К? Да чё? Диггер, у тебя Выпук просят 1К. А, Выпук, я тебе говорил, что еще один раз попросишь, я тебе въебал просто. Дорогу берешь. Я его позвать просто. Амар, я на там... Представься. Ну, как бы логотем, у меня 48К, и я рвусь топом. Короче, ссылку от имени группы запостили, сейчас должны на работу. А, ну заебись. Знаешь, мы так скопимся, перекрасный тофон. Давайте на Дворцовой площади встанем вокруг, чтобы я всех показал. Да, да, да. А то все просят. Привет, хоу, это я. А, ребят, там остались. Ну, так мы ждем. Давай здесь постоим, подождем. Ну да, давайте здесь. Позовите Тяночек. Да сейчас я всех покажу. И Тяночек, и Наташа, Кода, Яна. Да, мы сейчас идем в пункт назначения, там мы всех покажем. Буратино, ну да, Буратино. Яна есть там вон где-то. Есть. Они, короче, вот, покажи, там Яна. Они, короче, вон там вот стоят. Яна стоят, там. Ходят. Чё за чувак обслочит Яна к тебе, блядь? Найс. Да, да, Наташа, и Наташа тоже здесь. Все здесь. Китайцы. О, хороший байчик. Сейчас народ должен провалить здесь побольше. Уже 25 зрителей. Вот, это нормальный показатель. Это шок, батя, курит, блядь. Шок 18+. Смотрите. Да. Это просто, батя, увидели, начали все лайкать. Где Манкич? Я понимается. Манкич будет. Да, Манки, я пока не рядом. Что характерно, когда я гонял, как погода в Питере? Ну, на улице жарко, но просто небо серое. Как обычно. Где где Прогонотас? Да, он где-то здесь. Я не знаю, кто это, но... Батя, батя, покажи сосок. Он еще не достаточно. Выпук, отъебись. Да, я еще не буду. На супер секретные фотки, которые батя, есть где у меня. У меня есть сосок бати прям в полном обличии. Паша, сосок идите. Бати у кого только нету, скидывали в группу. Нет, у меня, выпуск, блин. Все здесь? Ну, я помню, что вчера у меня. Я вам еще покажу ККК. Он такой толстенький, прикольненький. Он такой забавненький. У меня, блин, full HD снимок. Вот да, Манкич вот в рубашке идет, такой беленький. Вот он, я такой толстенький тоже. Вот и Манки. Манки, передай привет всем. Привет. Привет всем. И батя привет передал. Хочу новый сосок, батя. Тогда какой был? Левый или правый? В перископе можно выдавать первый? Все, левый сосок уже был, теперь правый сосок. Я просто попробовал бы посмеяться. Донатим на правый сосок. Донатим на правый сосок. Нет, я понимаю. Батя, иди сюда. Вот ККК, вот ККК.
мне нужна фотка со звездами. Фотка, это не телескоп. Фоткайте нас, фоткайте нас. Надо было заскринить. Блять, я не умею скринить. Там, блин, хом, еще какая-то кнопка на него. Да, блять, я бы мог выключить этот, блять, телескоп. Хуя. Бля, вот Зуфер орёт. Ебать, мамкич, куда идете? Мы на Дворцовую площадь идем. Вот арка главного штаба, если что, ребят. В Питере, блять, вот. Арка главного штаба. И батя, блядь, рядом с ней. Батя везде светится, да. Если что. В честь чего? В честь чего, в смысле? Донатим на правый сосок бати. Все донатим. Кому донатим? Кому мне донатим. Донатим на Васе на правый сосок. Хорошо, Вася, а можно где-нибудь купить воды? У тебя есть ссылка какая-нибудь? Ссылка там на что? Короче, заходите на мой Twitch-канал. donationalert.ru Save TV. Донатим на правый сосок батя. Привет, Марина. Привет, что за толпа в честь Дня ЖД? Какой ЖД? Дня ЖД, это... что? Сходка же, ну. Это сходка озера, блядь. Идем на Дворцовую. Ну что за сборище? Она, наверное, не знает даже о чем мы, короче, вот, потому что, во-первых, мы сейчас сфоткаемся, потому что... О, Вася, ты что? Да, конечно, я, ты еще меня не узнал. Дворцовый достаточно места, чтобы... Вот, я покажу еще раз. Смотри, он не расписался. Там видно? Там видно. У меня 4 подписи есть. Нет, не в честь этого. Я еще как АКА возьму подпись, еще что-нибудь. Что там еще написали? Да, не манки. Все, всех соберу. Просто Диггер не хочет вести эту трансляцию, и мне сплавили, короче, и я Шаваси, и я Шаваси официальный делаю. Оператор сфотки. Да, смотри. Короче, я буду оператором. Все лайкают, как, блядь, лайкают все батю, когда батю показывают, все лайкают. Покажи просто. Смотрите, батя, вот он, и батя. Лайкайте. Ну, какой попёрли. Чат залагал. Это, скорее всего, в вот лайки нет. Попёрли, как батю показал. Им вас где-то сзади. Надо бы его тоже подпишись. Давайте здесь встанем, что, ребят. А что здесь-то рано? Ну, блядь, всех показать хотя бы. Нет, я имею в виду, может, станем вот именно на пешеходную. Да, на этом круге, так скажем. Короче, этот столб, блядь, Александрийский столб. Купить надо, купить. Что? Ну, не Капа Прайд. Качество говно, ну, блядь, дорожу толпа. Скоро оружие есть. Бля, нормально все, ребят? Вы видите хоть что-нибудь? Алло, контакт, плиз. Алло. Контакт. Плюс чат, кто увидит сосок, кто хочет увидеть сосок, блядь, сосок батя, нахуй, не могу выговорить. Кидайте мне деньги на киви, если, например, засадите... Теперь передавали, что-то какие-то вопросы задавали, я не успел прочитать. Себе реально все курят, ребят, куда вы свою жизнь гробите? Все курят? Все решили покурить, тогда и я покурю. Типа, сейчас, как-нибудь, да, там, знаешь, покурил, а ахнуть вообще ни в какую, что, наверное, хватит. И что-нибудь такое. Кто высокий? Да, там, типа, здесь, сука, жертвы. А что вы? Кого не забанил, забанил. То есть, скорее всего, я ударил вас, камера, простил, ребят. Видно. Поэтому не постите говно. Это точно был не я. Ну, это я знаю. Слышь, я правильно сказал. Ну все, пошли, блядь, страсти. Бля, парни, давай, пожалуйста. А, ну там написано. Хватит. Я через стрим учусь. Они там орут, короче. Пожалуйста. Сейчас батя подойдет, лайк. Иди сюда, йоу. Покажите. Сейчас. Сейчас. Это, ребят, это скорость рофлит с камерой. Скорость. Кстати, где скорость? Да, где скорость? Он сказал, даже если нужно... Что, ёбнулись, блядь? Да, 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 кто-то... Чё они все перезаходят, блядь? Да, нужно, если тобой выпук. Крамблин попросил 10 тысяч. Сколько народу? 45, ну ни хрена себе. Где этот, блядь, выпук? Это какой-то пук. Это пук. Есть выпук, а есть пук, блядь. Стрим лага. О, все норм. Не, смотри, это только зарегистрировано. Если ты нажмешь, будет другое число. Да, давайте посчитаемся, мне просто интересно. А, нет. Трансляция лагает у всех. Конечно. Короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Нас 31 человек здесь. Ну, не все пришли, не все приехали. Очень же. Потеряли хорошо. Ну, Дезодора нету. Дезодор не приехал. Аден хотел приехать, Аден не приехал. Все постесняются. Кто? Рокури. Жалко. Отлагало, неужели? Неужели отлагало, серьезно? У вас лагает. Может... Все это доверяю Зуфе. Кому здесь меньше 18 лет? То есть 3000. Тормозной. Подходить близко ко мне, потому что я специально... Рип, кого? Походу, трансляция лагает. Да, конечно, у всех лагает. А, и Сумфа тоже привет. Да, привет тоже Шами и Арисе. Ну и пойдем. Ребят, мы явно должны стать хуже, если мы хотим еще... Все, давай, встаем. Чуря на переднем плане с перископом, показываю Диггера. Нас фоткают. Давайте кто пониже, встанет вперед. Ну так логично, да? Не все.
Так, значит, смотрите, сейчас вам говорю обстановку. Слева я вижу всех, справа мой кругозор заканчивается Миледи. Пожалуйста, прошу всех, кто правее, еще побольше вот в эту сторону сдвинуться. Большое спасибо. Ну так что, дружище, ты присоединяешься? Давай, давай. Так, я всех зафиксирую, сделайте, убедитесь, что ваше лицо видно перед вашим соседом. Ну а сейчас делайте улыбку, потому что сейчас пойдут машинган. Давай. Готово? Стойте все. Короче, как вот так показать себе. И Диггер туда же. Я не знаю, как видно, но, блядь, я подойду нормально, поближе. Нормально, нормально видно, я отсюда. А, мы на видео, а я по жиру льем. Ну и я. Насосок собрали? Насосок собрали? Я согласен. Сейчас проверю свой банковский счет. Короче, мне донатят на твой сосок. Donationalert.ru/ Safe TV. Да, Safe TV. Safe TV, все, нормально. А может и нет. Сосок платит? Да. Да, Ваня, покажи сосок. Никто никого не показывает. Я вырежу его из фотки и сделаю ему качество в 3 бита сначала, чтобы доказать, что он у меня есть. Ну знаешь, типа как в серьезных заведениях. Так, ладно, я не вижу смысла смотрите, много Наташа стоять, мне кажется, что просто здесь гулять, да, здорово, честно говоря. Вообще не веселиться. Так она и на Манкишке не особенно. Я пытался. Что? Где так Манкиш, что, сука? Манкиш, ты где? Тебя все ищут и ищут, все хотят тебя. Вот Манки. Привет, передай. Привет. Мне 13.37. Покажите мне 1.337. Зуфер! Ты где? Вот вам 1337. Зуфер, это я. Привет. Кто спрашивает? Это Тимур Курезин спрашивал. Ну, короче, Амберлин! 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 Да, это Манкич был. Привет, Хататей. Короче, вот сюда. Бля, бля, Амберлин. Йо, Амберлин. Держи. Здорово, Зуфер. Зуфер в теме. Слушай, меня тут никто не знает. Я тут реально как даун. Ну, нейм какой. То есть я такой пришел, такой, йоу, я Зуфер все-таки, блядь. Я у Пати автограф взял, и он меня только потом узнал, когда я ему сказал, что это я. Ваганыч уже 4 раза, блядь, меня спросил, кто я такой. Почему? 4. Мы могли тебе собрать на стримах билет из Улан-Удэ, Петербург. Улан-Удэ. Что такое? Ну, так, ребят, двигаемся, да, за самым большим парнем. О, мы за ККК идем. Мне полтос задонатили. Еще за обжеванный полтос. Это, короче, тебе задонатили, чтобы ты сосок показал на перископ. Не, ну ладно, так и я могу задонатить, ребят. Согласен. Блин, ребят, сейчас... Где мой брат Имбас? Уникальный шанс задонатить стримеру вашей мечты. Вот твой брат Имбас. Без комиссии. Кто, блядь, это Пук. Пук. А, Выпук. Нет, Пук. Нет, Пук, это Пук писал. Выпук, Пук, Выпук. Ты кто у нас? Вот он стесняется больше всех. Да, больше всех стесняется. Нормально. Ты кто? Я фрукты вообще играю, овощи, я ебал. Ну, покажи свой ник. Сейчас, сейчас. Оп, извините. ЗЗ, 2 ЗЗ. Да, 2. Не знаю, почему лишнее написали. Бля, я думал, Маточ школьник. Я не передаю привет от Аведи, плиз. Сейчас попробую. Я вернулся, привет, Дон. Амар. Что за сходка ноунеймов? Ну, блин. Так, короче, еще раз привет от кого я не передать? Еще раз напиши, пожалуйста. Господи, зачем ПП? ПП не нужно. Я, кстати, могу обосновать, почему ПП говно, а скоро здесь. Сходка Яна, пришла к выводу, что ПП не нужно. Тебе тут привет передают, и я не понял, от кого. Вот Яна. Яна стесняется. Пожалуйста, не надо. От Аведра тебе привет. Аведра. Ну, тебе тоже Аведа. А, или Аведи. Аведи, короче, да, Аведи. Аведи, тебе тоже привет от Яны. Вон, ну передай ему так. Амберлин, хуй. Аведя, пидор, есть инфа? Ну, не факт, не факт. Наташа? Наташа? Где Наташа? Далеко. Наташа где-то впереди. Манкич, сладенький мальчик. Да, впереди, впереди. Шан. Такой, Манкич такой пухленький, не ожидал его таким увидеть. Лоисов за Берлина, конечно. Если я сейчас этого покажу этому батю, блядь, то столько лайков полетит. Хоть что-нибудь кинули тебе на сосок? Да я же не знаю, как я могу проверить-то. Я не знаю. Вы пишите там, если задонатили, пишите. Благодарность будет от имени. 60 зрителей уже. Идите покемонов ловить, ребята, да нет. Покемоны в августе, вы издеваетесь? В июле уже эта тема прошла. Все, хватит покемонов. Покеш батю. Батя, тебя просят. Сейчас лайки. Кто мне просит? Хататейт. Привет, Хататеню. Я не разбираюсь в японских инках, но тем не менее.
снимем сердечки, 200 ppm, смотри, блядь. 200 ppm. Так, слышь, тебе дали, сразу тебя лайкают. Да, блядь. Перископ лагает, но мы ничего поделать не можем. Да, перископ лагает. Я ничего... не знаю, у кого здесь еще есть телефон, у кого здесь еще есть интернет. Скорее всего, нет, скорее... Кому здесь еще нужна, не нужна зарядка, которая сейчас уйдет после куда-то. Да. Так, поэтому... Ну не 50, здесь человек 25. Так, 301. Стэнвальд. Я считал, я 30 40. Охуй. Я 30 насчитал. Стэнвальд хуй. Тут написали. Этот, Берлин написал, что Стэнвальд хуй. Да он хуй, я приехал хотя бы. А ты откуда? Ему не приехать. Я из Мордовии, я из Саранска. Из Мордовии? Из Саранска? Я потратил день на то, чтобы доехать, ты понимаешь? День, сутки или целый день? Короче, я потратил... Подожди, сутки или полдня? Слушай, слушай, я сначала доехал на поезде из Москвы. Фаербол? А? Вот фаербол. Трусим, трусим, е Мордовия. Я потратил 18 часов в путь пути, да? Оператор. Короче, я хуй знаю, что говорит, вот это, блядь, река мой здесь. Здесь где-то, короче, будет этот музей Пушкина или кого его там, я не помню. Я бы потратил неделю в лучшем случае, но, да. Тебе вон в Пук написал Фаербул, брат. Че, кто это писал? Пук или Выпук? Выпук. Где Шама, блядь? Шама не приехал. Я Декса ждал и летал еще, но это не Москва. Декс из Красноярска приедет? Да ладно. Нет. Нет. Героям слава. Слава Украине, да. Выпук, почему? Пушкина. Почему старый скин? Покажите взял? ККК. ККК, повернись. ККК, повернись. Вот ККК. Чего, привет всем. Кто, а кто просит показать? Я бы Анберлин просил. А, топовый новый мойдер России. А? Всем привет. Я даже не знаю, что ККК играет. ККК, что у тебя с модами? Покажи-ка. У тебя ККК брутален, да. Ну мод маппер. Кстати, как вы выполнили мода? Батя. Вот так вот, серьезно? Ты серьезно? Большим пальцем? А сколько ппм ты жмешь? Погоди, это как у Гизи, что ли? 200 максимум, но для техи могу 240. Это хватку Гизи? Нет, слов. Играть в атаку. Нет, это ж пиздец, да. Это просто трэш. Он какой-то божественный, какой-то хват. Покажите бате на орех. Батя, что за орех там тебя просят? В смысле орех? Покажите бате на орех. Это моя жопа. Не, не покажу. У меня все равно уникальный. Я когда-нибудь его обоссал. Согласен. Топовый выпук, который пилит топы. Покчумп. Покчумп. Это, бабы реги, блядь. Как мне задонатили, короче, там же-то есть твич эмоции, бабы рейдж. И, короче, рейдж, ну. Да, а баба сказала, бабы реги, я такой сижу, что за бабы реги, блядь? Что такое выпуск? Так и просится на грех. А! Вот купить! Да слушай, тут же дети. Детей-то не будем поить, но на Марсовое поле идем? Зеленая зона, это здесь, здесь, здесь. Там можно посидеть? Там можно посидеть. На травке даже посидеть. Шавасик, покажи, кого я не прочитал, пожалуйста, еще раз. Кого-то просили показать, ну короче, вон сзади стол. А чат, там как-то может что-то купить. Да не, я не лень. Я не знаю, как. Амар, иди в жопу. Амар? А что Амар пишет? Да сосок он просит. Уже орех, покажи сосок. Детей-то не будем поить. Это становится старым, ребят. Сосок стоит у меня денег. Все. Все, кто будут его выпрашивать, получат первач. Вот, а выпуск, если будет выпендриваться, получит ЧС у меня ВКонтакте. Будет вторым в истории. Водка с батей и шавасей хочу. Ну ты приезжай, ё-моё. У тебя остался один день, блядь. Потому что она мне каждый раз скучно кидывается. А кто писал? И повнупс. А, понял, Пашка. Я добавил один раз ЧС, а всё, блядь. Хочу бейтик? Блядь. Бежи кулезник. Там есть один бейтик Дезодора лишний, как бы. А нет, Дезодора какой-нибудь. Да, Дезодора сплавили уже. Дезодора мандали, да. Ей, ЧС от Диггера. ЧС от Диггера. Наумич, привет, как дела твои? О, Наумич, здорово, Наумич. Наумич работает в детском саду, если что. Так это же Тяна, ты так здорово, Наумич. Здорово, Наумич. Да, Наумич. Тоже хочу именной бейджик, блин. Этот Берлин хочет именовать же это, блядь, 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 блядь. Ну, распечатай себе, мы тебе скинем макет, распечатай. Да, распечатай. Да, кстати, нормально. Ну, это, блядь, прям... Батя, дай модерку, заебал. Кто пишет? Да, Паш, иди нахуй. Я за выпрашивание модерки баню, так что я сегодня приду к Диггеру и забаню тебя все на канале. Здорово. Да, в детском, понятно. Да, она в детском садике работает. Ну, вот я говорю, круто. Бейджик. Что так жарко? Да, блин. Мне жарко. Где Халфыч? Халфыч есть? Не, Халфыч, все, ты взял, что здесь. Нету Халфыча. Халфыча нету здесь. А где Халфи живет? Я не помню, он далеко живет. Он от меня, по-моему, не отходит. Ага. Батя часовые бибереги. Бабереги. Тебе и помнупс написал это. Батя часовые бабереги, блядь. Вот, видишь, я ЧСВ с нас. Бабереги.
Бабы Реги, блядь, ты чё? Это топовый донат, мне пришел один раз. Мне отправили тысячу, этот, Emotion, этот, Baby Rage, блядь. А мне баба сказала, Бабы Реги, блядь. Да похуй на дорогу. Я по дороге сейчас иду, вообще насрать. Ну, кстати, вот это реально опасно. Ебать, автобус близко. Смотрите, меня спам Бабы Реги. Шавася, где Мутал? У меня лимит друзей, извини, братан. А куда мы идем? Мы же, блядь, мы же на Марсополе идем или что? Мы на Марсополе идем или что? Да, да, да. А чем мы как-то криво пошли? Давайте по дороге идти, а? Не, давайте по дороге идти, ребят. Чатик, напишите ваши отношения к вейперам, напишите отношения ваши. Найс погода. Ну да, жарко, но дождя нету, повезло. Если будет дождик, я не знаю, что, будем показывать. Был же мелкий. Ну был, ну я не видел. Вансека нету здесь. А где Соня? Сони нету здесь. Диггер, покажи бороду. Вот, борода Диггер, ребят. Так, все, смотрите. Круто, я выращивал ее. Все, посмотрели, хватит. Очень горжусь своей бородой. На 95% безопасно пишет насчет этих вейперов. Пушки. Вон они там. Они там где-то парят, короче. Парю где хочу, законом не запрещено. Я думал, вы умнее. У меня на Ленинском дождь. А ты где? Можешь к нам подогнать, Владимир, Джаз Владимир. Я тоже Владимир. Правильно. Диггер стата по фармадаун, чуть не, бля, не успел. Но от рака все равно умрете. Да, от рака все умрут. О, уже 52, 60-70 человек. Я сейчас на стене просто жопа, я умираю. Это переживает за стенку, блядь, основной группы. Лайки. Да, давайте лайки. Я на окраине Питера. Кисун, я уверен, ты смотришь это. Кисун, давай. Ты сможешь. Я не знаю, попробуй добраться до нас, если, конечно, сможешь. Вот такой надо был автобус. Такой автобус хотят арендовать. Настоящий ливанский. Это кто? Вот это? Это Станвальд. Что лучше, борода Диггер или сосок Бади? Ну на что задонатите, то и лучше. Диггер, таблица фармадаунов будет. Ну, на компе у меня уже есть, могу выложить. Нет, я собираюсь доработать немного алгоритм. Кто-то чтобы я-то не был первый сначала доработать. Ну, мне кажется, Бати там не должен быть первый, и тогда я выложу. Батя. Топ-1 формат. Имбаса тут. А, имбас. Да, все просят имбаса. Вот же имбас. Да они все тебя просят. Вот школьник наш 15-летний. А выглядит на лет 15. Ой, 18-17, где-то так. Вот вейперы там. Станвальд, дай модерку, заебал. Станвальд! Сейчас придем, сядешь. Импунопс просит у тебя модерку. Модерку? Да, дай модерку, заебал. Я с этот Импунопс. Блин, я, короче, на это не отвечаю, честно. Там и так достаточно. Это, короче, надо у Зуфера спрашивать. А он здесь. Инспекцию читеров? А здесь читеров-то нет, наверное. Читеров не пускали на сколько. Здесь есть инспекция. Я тоже школьник 15-летний. Да нет, реально, читеров-то здесь нет. Да хоть 12-летний школьник. Все ладно, я расскажу секрет. Вот Fireball, он читер. Можете банить его. Слышишь? А, да, confirmed. Funny Monkey же сказал. Идите нахер. Стэнвелл, где мемы про ведьмочек? Блин, у нас, короче, смотрите, это локальная мема. Короче, смотри. Ведьмочки закончились, мы смотрим Galactic Football теперь с пацанами. О, блядь, Galactic Football. У нас мемы. Что вы смотрели ВИЧ? Да, мы смотрели ВИЧ. Короче, смотрите, есть сейчас мемы про Galactic Football. Заходите, подписывайтесь, мем про Galactic Football. Бля, ты заебался их выпрашивать модерку, нахуй. У Вагана нет модерки. А откуда вообще у него будет? Не, ну если только на свой паблик. Не, он имеет в виду, наверное, на стрим. О, блядь, я мемы про Galactic Football, все, реклама. Просто толпа. Ты смотрел Galactic Football? Короче, смотри, в чем прикол? У нас. Ваган научит КТБ заебал. А Ваган сзади идет. Да. Там это, короче, Амарчик просит тебя в КТБ научить играть. Да пошел пиздон, заебал, блядь. Попроси сердечко от Манкиша, бля. Как сука, я туда-сюда не могу ходить. Отдай, передаю привет ККК от его подружки, хорошо? Кто из вас ККК? Какая такой толстенький, как ты? Большой самый. Большой самый? Да, это ККК, да. Блин. Вот самые стеснительные сзади идут вообще. Самые стеснительные сзади идут. Не, он просто тормозы. Тормозы? Вот. Осеры впереди, осеры сзади, самый последний. Это наша концовка, блин. Лоу-ранки. Да. Лоу-ранки всегда в конце. Давай пальнем нашу пить. Да кого я не буду пить, блядь? Вон и пальнем, подожди. Да я не пил.
Да мы чуть-чуть выпили. Стесняшки, да. Нет, давай, укатил давай. В Питер. Короче, я спросил Зуфера, а админки никому не даст больше, сорян. Потом. Потом. Когда, а... когда меня выгонят, короче, меня выгонят. Привет, ВК. А мне дадут админку? Что ты делаешь? Капа прайд. Блять, у меня поцеловал, ребят. Капа прайд. Девакуб? Где Девакуб? Да, он тут написал. А. Я думал, Девакуб приедет. А теперь представьте, что скидка на ваком. Да, мы выйдем за планшетом, блядь. И чатером привет. Сколько человек? 71. Ай, сейчас. Вагоныч, блядь. Витя 1437, ты же Акинатори, да? Это точно ты? Как ты всех запоминаешь? Да, блядь, вот так вот. Ку, Витя. Витя? Витя? Да, да. Саня Шарик, как пройти? Да, капа прайд. Мы уже пришли, что ли? Нет. Ну да, вот справа будет. 71-58. Давай, нахуй планшет. Нет, я хочу поснимать всех. Кого ты, блядь, снимаешь? Другой, пусть оператор. Иди, блядь, не бобись. В смысле? Ты, да я прям на камеру бухаю, бухать буду с вами. Вот, блядь, в парке. Где, мы около моего дома? Это, короче, блядь, Марсовое поле. Я не разбираюсь. Короче, парк, где можно сидеть на траве. Что, сходка отличается от московской? Да, конечно, у нас здесь дохуя народа. Вот это Марсовое поле. Я не знаю, что показывать, конечно. Паша, ты заебал клянчить у всех. Что? Есть линк на поток в группе или... Да, в группе в основной. Ага, понял, спасибо. Пожалуйста. Здесь магазины, блядь, местные. Сам магазины, блядь, мы всех приебали. Я тебе показывал. Сам закрыл. Не факт, ты не проверял. Ладно. Наташка, расскажи нам что-нибудь. А что рассказать? Не знаю, что-нибудь. Мне нечего рассказать, ребят, честно. Я очень скучный человек и неинтересный, особенно сейчас. Да. Наташа, здорово. Анимешки, блядь, погоди. Вам запиздят сейчас? Да никто нас пиздить не будет. У нас тут, не помню ник, у нее, короче, ножи, баллоны, она, в общем, всех убьет. Да, она просто всех пиздит. Е, Наташа, е. Блядь. Кто такая Наташа? Наташа Кода, ты чего? Ты чего? Нихуя не шарю, кто это? Вы их застрелите до смерти? Конечно! О, привет, Маша! Маша, привет! О, привет! От Оведи! Очень сложный ПМ. Я приду, я отпишу, кого? Кто такая Наташа? Наташа Кода, вы что, вы ее не знаете? Я топчик. Кто такая Наташа? Кто такая Наташа? Вы чё? У меня даже бейджик есть. Но я уже не 50-ка, я уже 44-ка. Ну 50-ка круглое число, ты что? Нет, 44-ка. Вот это я понимаю. Ну да. Уже 73 зрителя. Сколько 73? 73. В прошлый раз было больше. Сколько? Ну потому что Джузу. Это все Джузу. Джузу нет, все. Это Талалы нет. Интересно, я это как... Не как Джузу иду и всю дорогу, блядь, да блядь говорю. Ты хотя бы ко всем подходишь. В метро там качи хотел идти пиздить. Покажи батю. Батя далеко впереди. Я его догоню, покажу. Это Наташа Коддо. Привет от Овны Дмуна. Овны Дмуна? Да, Овны, привет. Чмавки тебя в пузико. Она смотрит, так, еще раз скажи. Чмавки тебя в пузико, шавась. Ой, прости, ты просто рядом идешь. Хорошо. Сори. Фоткайте нас. Блять, качество хуёвое. О, теперь зайдите. Покажи, блять, не успел того. Блять. Покажи выпука, выпука здесь нету. Вот батя. Вот вам батя. Шаваса? Да. Это он. Я подумала, Шама нас смотрит. Блять. Блять. Чуть не уронил. Это настоящая Наташа Кода? Да. Сегодня собрали Шава. Да ничего, просят все батю да батю. Хотят полайкать. Деньги собрали на батю Шам. Деньги на батю собрали. Вот батя нашелся наконец-то, вот он пришел. Все. Что говорить? У меня сегодня нет слов. Они просто на лик твой. У меня сегодня нет слов. Блять! Смотри, блять, батя показал, наверное, наки пошли, пиздец. Шаваща Шама, блять. А где Шама-то? Нету? Нету Шамы здесь. Это фейк, ребят.
Привет, Дуаку. Сосок тоже настоящий. Мы уже все посмотрели. Вот, Зуфер с нами. Зуфер с нами, да, йоу. Куда они все пошли? Я не знаю. Короче, пишите плюсик, кто ненавидит 1337, потому что он админит главной группе. Я не админю, я никого не баню, кстати говоря. Я никого не баню, парни. Он не дает модерки нормальным людям. Да, платят 250 BPM для лайков. Там повар рушит модерки, ты понимаешь? Ну тогда придется кого-то снять. Давай говори, с кого снимать. С Марисой. Мариса Ловер, ты чё? Не, Мариса Ловер клёвый чел. Ну а кого? Стэнвилда нельзя. Да ладно, бери его. Стэнвилд. Все. Ты? У тебя нету больше. Я говорю, меня выгонят, поставят нового. Я сказал, только так. Бля, мы такой кугаля дали, зачем? Бля, почему девушки ходят одни? Ну потому что они вообще... Я с ними разговаривать, а нет, меня уходят. Они тебя боятся. Я нормально. Все боятся, как бы, главного админа. Бля, вдруг они забанят. А вдруг забанят, да. Что нахуй делать? Так я наоборот разбаню, типа. Почему Пеппи не приехал? Пеппи не приехал. Там личный огонь. О, кстати, пиздатый вид, наверное, если вам видно. Вася, покажи сосок. Да, блядь, на мне кофту, не могу показать сосок. Аптайка какая? Штока какая? Аптайка какая, пусть всех покажет. Опять? Да, ваш. Алло, Станвальда не взяли, что ли? Вот же он. Девокуп, я здесь. Сколько тянок? Нас тут 4 тянки. Наоборот, блин, обманно. Вон. Все бы у вас. Да, и можно небольшой сколько? Такой сразу всем друзьям рассказывать. Короче. Ник читается Стэнвальд, закрытый слог, Стэнвальд, Стэнвальд, не Станвальд, не Станвал, Стэнвальд, все, теперь... Станвал. Станвал. Я знаю, это так и работает. Классный паблик. О, привет, хоу, хайо. Реверсивная психология. Тут натуралы все. Кончива. Бля, ебать. Стэнвальд. Все, китайский со Стэнвальдом уже. Мы, короче, встретились с топ-китайцами, короче. Топ-1. Тут, короче, был, это, блядь, сука, я не помню. Я не помню. Бико, нет, Бико не понял. Короче, тут Бико был, Десан. Десан точно китайский. Хоу хуй. И чё? Ну-ка, кто напишет топ? Мы пришли, короче, посидеть, ребят. Чатик, топовый эсэсер китаец, все напишите быстро. Топовый эсэсер китаец. Я люблю шоколадное, молочь, крот. Умный. Озеро обходит лужу. Озеро обходит кожу. Озеро оккупировали маски, как это там называют. А чё мы вот там вот не сели? Там же вот скамейки были. Пустые. Зачем мы с вами сделали? Сан разве? Я вот не помню. Да, Десан Китай. Точно он эсэсер, который там больше. Да, это он. Там больше места, мне кажется. Купайтесь? Нет. Мы только оттуда. Кто хочет искупнуться, тут просит покупаться вас. Донат, батя, на искупаться. За 500 рублей хотят кинуть кого-то в лужу. Батя, в луже 1000 лайков. Только не меня. Батя. Вы 1000 лайков за 2 минуты наберете. Тут хотят, чтобы ты в луже искупнулся, тебе 1000 лайков поставили. Нет. Лучше 1000 рублей. А, еще. Нет, давайте на новые кроссы. Бас, покажи сосок. У тебя просят сосок показать. Нет, у него нет сосков. Ему 15 лет, вы понимаете? Нас забанят. Вы что, педофилы, что ли? Нас забанят. Нас фоткают. Это, короче, мама Десана была, она нас фоткала. Нет, это корейцы, это китайцы, мы уже узнали опытным путем. Нихао ответили, все, значит, китайцы. Что делаем, ребята, вообще? Что-то как-то тухло, ребят, реально тухло. Тухло? Почему тухло? Мы дошли до лужи. Ну, мне весело, потому что я в перископе. А всем остальным тухло. Все скучают, что-то все стесняются. Надо общаться. Нет цели, понимаешь? Нет цели. Мы не знаем, куда мы идем, понимаешь? Мы уже пойдем. Ты хочешь в бар пойти? Ну, пойдем позже. Лосу на лосу сходки. Не стрим, все. Бас лох мапу. Физли покашнуть не может. Чего не могу покашнуть? Физли какую-то мапу. Что такое физли? Я тоже не ебу. Что такое физли? Я тоже не ебу. Манкич, покажи салфетку, Макс репост. Манкич, покажи салфетку. Ты врешь, что есть салфетка. Я бать как АК, там звездок салфетки. Пускай импост сделает для меня сигну. Блять, кто это, блять, спустит? Вирус. Пус. Это не твой фанат. Выпук. Он меня заебал уже. Выпук, отъебись от меня. Давай еще. Выпук, отъебись от меня. Все. Выпук, заебал уже. Должен понять. Манкич, покажи салфетку, Макс репост. Да нет, нет у него салфетки. Он просто стесняется. Смотрите, сколько лайков больше, чем у бати. На Манкиче больше лайков, чем у бати. Батя, ты проиграл. Где батя? Ты проиграл на Манкиче больше лайков, чем на тебя. Все, ладно.
Я не против. Мне, меня-то видишь. Собираем на сосок Манкича. За Декс. Неизбежно по его масштабу. Оденем батю в юбочку. Погодите, ребят, сейчас я выясняю. Твою? Чего? Я хочу найти, где ближайший кирпич. Смотрите, главный. Да, да, главный парень, короче. Пытаюсь команду, никто не слушает. Сейчас слушает меня. Ну, а, слушают. Ну, потому что я втихаря бегаю, там совсем. Вот тут, робот. Я думал, я все сломал. А он так, по-моему, не будет. О, дайте я что-то рассказываю. Ну, пофигу, держи. Просто такой же маленький, как батя. Да. Китсу, покажи, делай. Кто такой Китсу? Есть еще какой-нибудь салфетка? Сейчас увидим. Все нормально, сейчас все закроется. Можете подпрашивать меня, что я вам буду что-нибудь рассказывать? Давай, когда Стэн Вальда из админки выгонят? А вместо тебя пришел Вася. Я знаю. На парку запанят. Я не знаю, кто это. Подскажите, какой планшет им продвигать? А что лучше, красные свечи или коричневые? Как они поднять? Как ДТ оформить, ребят? Я планшет. Привет, 1000 ПП плюс. У меня самый главный вопрос. Когда забанят даунов в основной группе? Кого именно? Да всех, блядь. Всех? Ну, бля, ну я не могу банить всех, это же баб. Не, ну вот серьезно. Вопрос-ответ с главным админом ОСУ группы, ребят. Задавайте свои вопросы, будем зачитывать. Чего вы там хотите увидеть? Все основные вопросы можно задавать, которые на стеночке делают. Все, все. 200 ППМ что делать? Да. 82, ну... Нельзя его довольно довольно, чтобы его пост пропал. Тебе привет, какой хуя? Кого? Какой хуя? Хаухой, хаухой. Хаухой. Мемсные уроды. Откуда мемсные уроды? Кто мемсные уроды? Чё? Не знаю. Анберлин спрашивает, откуда мемсные уроды. Сные уроды? Мемсные. Уже не поспрашивают, дайте я ещё это расскажу. Давай, а тебе, я сказал, задавайте вопросы главному админу. Ну какие-нибудь про историю комьюнити, я спрашиваю. Привет Стэнвальду от Ильдара. Все, привет, Ильдар. Все. Но это не вопрос главному админу группы. Реклама в группе. Реклама в группе, забань. Забань рекламу в группе. Кого? Рекламу в группе. Какую? Нет рекламы. Прям сейчас запостит кто-нибудь, подожди. Достань телефон и бань рекламу. Ребят, не надо, пожалуйста. Где стрим? Есть стрим, вы чё? Я появился в конце 2008 года. А когда Рашка научится... Где там главное? Я, кстати, ты про группу открыл. Где там главное? Кончаров. Шаваси, когда Рашка научится по кругам тыкать? Никогда. Никогда, ребят. Когда Талала хардосы перестанет спать. Ты просто посмотри на меня и подумай, как можно, блядь, играть в круги и пиздата, если здесь я? Я самый дезморальный. У него еще воняет сигаретами. Да, я еще курю. Киньте батю в лужу, он не уважает скидкам. Где батя? Сейчас кинем его. Батю в 2009. И он типа очень сильно противился всему. Он какие-то истории задвигает, не знаю что-то. Вот, до такой степени, что короче, ну там были клевые чуваки. Ну, я которых не мог типа забанить, потому что они как бы составляли все комьюнити. Если бы я их забанил, ну, типа, кто я такой? Вот, поэтому он воспротивился и собрал добрую группу. А, теперь поймешь, что они у нас... Где фаербол? Файер, тебя вот бросил. Он сидит. Чего? Вот да. Он сидит. Покажи бейджи, чтобы удостовериться. Вот, это точно. Вот, до сих пор типа существует две. 100%. Не знаю, правда, да, зачем. Топ 900. Там какой-то челик пытался все заруинить, но я не знаю. Заход с чем-то. Было весело. Читак, небось, стопудово. Да, и лакс-то какой-нибудь. Знаешь, сколько я раз карту траю, чтобы его ФКшно? А ты думаешь, откуда мне 62к уже ФК? Я думал, ты штаны снимаешь. Откуда у меня? Полез, короче. Думаешь, откуда у меня? Че, господа, Осер, у вас есть такие? True story от админа, охуеть. Ну а ты что хотел? Для этого собирались? Дайте сживать. Ну, читак. Самое, блядь. Да, мальчик, покажи свои руки. Рабочие мозги. Вася, кто там оператор? Знаете? Тебе пусть камеру держать. Что-то смотри, какой накачан. Да? Как вы перевернули его? Да, с ним в пальце нельзя играть. На левой сине перевернули. Ну, хуй знает вообще. Сука, она сама перевернулась. Я хочу тоже перевернуть ее назад. Да ладно? Да так неудобно читать. Блядь, мониторы перевернули. Какая нахуй разница? А, сука, повернись. Батя толкает квартиры, батя, расскажи. Вилки в глаз или жопу раз. Батя, конечно батя же, уже толкает. В глаз. Батя жопу раз. Сука, как часто вернул. Ну-ка, стыди-кась. Шаваси, передавай привет соскам бате, там моей синекицу. Привет, там моей синекицу от Девакапа. Если кто-то здесь есть. Если они здесь есть. И батя привет, батя привет. Передайте кака привет его подружке в Нидмуна. Батя, тебе привет от Девакапа. Привет, я охуила, блядь. Хотя бы написал, кто это, блядь, написал. Привет, Фёрст Нубу.
Нету First Noob здесь от меня. Блять, ККК. Сейчас. ККК, и тебе привет передают. А от кого? От... А, блядь, не почитал. От Хоу-Хайо, короче, вот тебе от него. Блядь, да кто это, чувак? Спасибо тебе большое, тебе тоже привет, но я не ебал. Блядь, привет, Вася. Это обидно. Да привет. Не бать, а соску, соску. Жесткий ДТ Хардик. Блядь. Поверни чат. Но я имею в виду... Можешь повернуть чат? Откуда я знаю, как это поворачивать? Не ко мне, дружище. И как бы да. И он типа не в комьюнити. Нет, ты можешь повернуть, чтобы у тебя вот наверху было. А, я понял тебя. Тупанул. Он играл очень жестко. Так проще бы. И батя, привет парням, кому привет не передают. Бля, ну он адекватный. Сейчас, короче, я отойду и всех покажу. Привет, Шавась от ноунейма. Привет, ноунейм. Короче, смотрите, вот это все. Все здесь. Вот. Ну там вот батя с Ваганом отдельно сидят, и это друг Вагана. Вот тут ноунеймы сидят, это вообще левые люди. Вот осеры все, может даже их друзья. А тут все из ОСУ? Или тут только есть еще друзья осеров? Вот, я вижу его. Он палится. Ты чей друг? Я ничей не друг. Ты что, просто ноунейм? Я ветка. Ветка? 2К. Ветка? Ветка. Веточка? Веточка. Ты веточка. Веточка. Ебать, а что ж ты не сказал, что ты веточка? Ты шиваешься, да? Да, тебе привет отдельный. Я тебя знаю, я тебя миллион раз видел, когда-то где-то. Да, блядь, надо еще раз показать веточку. А ты кто у нас? Я Ханс. Кто? Ханс, 56К. Ханс, 56К. Может быть, тебя кто-нибудь узнает, и тебе привет передадут. Так, ты кто у нас? Existence, 8К. Existence? Ты тоже привет отдельный. Я его друг. Ты его друг? Ноунейм. Ты кто у нас? Никто. Ну, ты, короче, тоже из ОСУ, но он стесняется тоже показать. Да. Блять, ебаный лужи. Ай, короче, Умба, показывай каждого. Блять, каждого. Сейчас покажу каждого. Пропустили. Ты кто у нас? Я Рефлекс. Рефлекс? Какой ранг? Вот ты, блядь, ушел. 3800 сейчас. Все, я всех показываю. ХНС классный челик, Рефлекс. Если он смотрит. ХНСу привет. Планируйте свою группу. Что ты хотел? Да. Хули ты отошел от всех? Я всех снимал. Я, блядь, не слышу вопроса, блядь. Какого вопроса? Я не слышу чат. Его не надо слышать, его надо читать. Я его не читаю, ты там, блядь, стоишь, чтобы... Кстати, привет, Хататейт, передай. Привет тебе, Хататейт. Хататейт. А это кто? Ну в Хататейт, это же это, блядь. 4К и 5К чувак. Ну да, какой-то. Так. Сейчас я всех покажу. А то тут просят всех показать. Короче. Это Ваганыч. Вагоныч. Это его друг. Просто пока попросили всех показать. Да. Сколько народу было? Покажи. Здесь уже ебать, нихуя себе. 99 зрителей, а там 30 человек. 30 человек. Вова, веточки от меня передай, пожалуйста. Сейчас сядем. Веточка, тебе привет от Наумич. А, ей тоже привет тогда. Все, я пошел дальше всех показывать. Все, хуел читы подрубать. Я вас отвлеку, тут попросили всех показать. Это батя. Кастангел. Это Кастангел. Кастангел. First Noob. Вот, тебе там привет передавали. Клево, чё? Шо, передай привет тоже. Акубай, привет передай. Акубай. Там Акубай есть? Здорово. Ну, Шетни. Кто знает, тот знает, короче. Ну, я такой ник видел где-то тоже. Маппер, топ-маппер. Да, топ-маппер. С вас, меня уже показал? Да. Показал. Ну, тебя еще раз покажем. Еще раз, спасибо. Это имбас, я тебя знаю. Блин, ты похож на тебя показываю. ОВ одновременно. Да. Ну, попросили всех показать. И лицо как хэппи-стика, вообще такое же прям. Мило. Не, Диггер похож на хэппи-стика. Ты кто у нас? Аргон, я уже представлялся. Ну, еще раз просто, там уже почти сотка. Вот ККК. Сотка, да, уже 100 зрителей. Так, ты кто у нас? Диппа Хопта. Диппа? Хопта. Хорошо. Короче, привет, передавайте там. Привет. Это. Да. Так. Так ты кто у нас? Ты уже, я уже представлялся. Ну, еще раз. Вот, короче. И Артпидер. Артпидер. Привет, от Фрагонетас. Это, короче, Михаил Робиронович, которого все бесят. Слышь? Так, привет, передавай. Привет. Ты кто у нас? Я 70-ка мусор. Блин. Так, Наташа. Зачем? Яна.
Привет, спряталась. Так. Блять, все встали в какую-то хуйню. По лужам. Блять, сука. Извините меня. Борьбо, представься. А? Представься. Представиться, да. Что ли? Ну, короче, да, привет передать. Ты кто у нас? Я 48К. Они? Логохем. А то... Логохем. Но это тоже не... Все. Знаешь, это Зуфер. 1337, главный админ группы ВК. Вот, да, то, что это Диггер. Да, я согласен, Диггер. Вот, 91, нихера, нормально. Все, я всех показал. Так. Хули их так много. Ну, Тас так много. Бля. Тухляк. Тут ребята, вон все скучают. Фёрк, снуба, плиз. Половину проебал. Ну ты лох. Я уверен, что First Noob здесь стоит. Ну, вот он. Тебя там просили. Диггерняшка. Да я его уже показал. Так, хочу сосок Диггера. Что за пиздец? И этот вирус. Нет, я понимаю, я бы рыдал, если бы я слышал сотку баскор какой-нибудь. Но нет, проиграть турнир. Как игра? Все, абсолютно все. Тебе привет от подружки, подружки Овнет Муда. О, Овнет, я тебя люблю. Привет, Овнет. Когда бухать, ты моя, ты моя самая лучшая подружка. Сколько народу? Там 100 человек. Там под 100, 103 уже. 103 человека. 100 человек. Батя рассказывает истории охуительные. Интересная история, короче. Вот, а потом мы тебе слили с Индексом. Или с кем? Ты стололой был? Я стололой был. Блядь, это херня была вообще. Сразу просто слили. Тухляк какой-то. А? Тухляк. Смотри, я не играю. Здесь. Почему? Все скучают, сидят. Кстати, блин, надо было халфтайм. Я сейчас халфтайм формирую. Надо куда-то выдвигаться уже. Куда выдвигаться? Куда ты собрался? Вот там только, ну вот здесь сидят, блядь, да, вообще. Ну Ваган там отдельно сидит со своим дружбан. Ну с другом, ну не с нами же. Там о читах разговаривают, там о всякой херне разговаривают, тут тоже. 28 кп примерно. И короче, я его хочу информить как раз для моего ранка, это топ. Тоже стесняется? Да стесняется. А че вы вместе? Вместе? Вы встречаетесь? Да. Нифига себе, клево. Вот парочка, первый раз в жизни видим парочку в ОСУ. Клево. Дима Гоныч с моста. Бля. Прикольная идея. Вот мы парочка. Давай, давай не прелюдим. Нет, все. Блять, это Капа Прайд был. Я пропустил. Отпиздите батю за мой потерянный меч. Сука. Батя, тут тебя хотят отпиздить, блядь. Кто мне хочет? За то, что ты меч у кого-то отобрал. Кто хочет? Кого? Кто? Паша? И повнулся, блядь. Паша, да пошел по нахуй, Паша. Да, кстати, 106. Зовите друзей больше. Будем самой популярной трансляцией. Спроси Диггера, будет ли находить читеров среди русских. А он и так это делает? Чего ты спрашиваешь? А так тут нет читеров. Так мы придумаем, типа, про читы. Мы же только что разговаривали. Не, он есть там один. Я говорю, подключите ОСУ к Яку, лол, какие проблемы. Зачем ты тут делаешь? Батя, Вася от Греева. Привет, Греев. Батя, тебе привет от Греева. Привет, Греев, здорово. Мы же дома, наверное. Где я не вижу. Да, короче, это, блин. Бля, знаете, кому надо передать? Блин, да, написал. Бля, знаете, кому надо передать? Надо Ерохину передать привет. Ерохин, бля, если ты меня слышишь. Да. Очень жалко, что не приехал, все-таки стой. Кстати, привет отдельный Джузу и ТСМ. Джузу, Джузу! И ТСМу. СДР, ТСМ! СДР, ТСМ! СДР. Не знать ТСМа. Можете усыновить. Так. Чат ДРТСМ Макс Репост. И носик делает. Я был когда он? А, как котик. Я это как котик. Тебе понравилось опирать тоже? Да. Так и не понял смысл мема про ТСМ. Да просто мем. ДРТСМ. Не, Кавай. Да. Не, пусть Батя. Батя не больше. А можно мне примерить? Батя, стань кисой. Кисы. О, слышь, давай, сейчас лайки полетят. Аккуратненько так просто. Ты можешь как наушники одеваются. На лайки смотрим. Смотри, как полетели. Смотрит или не бил эти уши? Да, я он даже еще не надел. Да, я говорю, вообще. Так, привет, батя здесь. От Фроста. От Фроста тебе привет. Привет, Фроста. Мы с ним уже дружим, вроде бы уже. Сделай так. Бля, Ван Гог кучу картинок. Да я примет тоже.
Мои уши теперь популярны. Так. Я, наверное, как дебил выгляжу. Нормально. Не, няшка. А ты без них неплох. Я не смогу так. Прямая трансляция из Сан-Миатер. Я вангую аватарки. Так, передали вам привет. Я не увидел кто. Вот. Здорово, кто? Максим, а кто? Там, наверное, да. 95 народу, ебать, я популярен. Да нет, на самом деле больше. 108. Пиздец. Классно. Так, блядь, я не пок... нормально. Максим Трейс, здорово. Привет, Максим. Здорово. Секс. Её мама не отпустила в Питер. Чё? Сложно. А кого слушать? В смысле слушать? Ну, типа, там диггер вещает, а тут кто-то собрался. Другой вещает. А тут еще смотри, вот. Да смотри. Тут такая кучка собралась смотри, и вещает. Там, короче, тут какая там вас, там вот все эти чуваки. А здесь, я не знаю кто, но кто-то, короче, разговаривает, а тут мы. Типа отдельно от всех. А там еще ваган. Играешь на две клавы, тут то же самое. Кто там барыжит читами? Никто здесь не барыжит читами. Барыжит только... Что, забыдло? Барыжит свечами только. Да, там еще один перископ? Нет. Тут, наверное, просто кто-то на камеру снимает. Хочу дозы диггера. Диггер далеко, он вон стоит в луже. Мне лень туда идти. Когда ты вещаешь в луже просто. Не, да, кстати, тут написали, что за быдлота. Не, не окопай. Дай примерить твои ушки. Мои. Ну, бери. Блин, сними. Я не смогу снять. Я боюсь, тебе больно. Могу таймвар. Вар продать. Мне тут не надо никому этот. Мои ушки. Больше диггер, больше лужи. Да вот там вот лужи, я не хочу туда идти. Прицепите. Да, прицепите мне, пожалуйста. Я постараюсь это сделать. Я буду с одним. Передавайте привет прогонолара. Не смогу я учить. Прогонолара. Сложно. Блядь. Анимешная пачка. Это Шавась. Ну это да, это я. За 1,37 рублей. Что там? Нека Шавазе. Я не знаю, ровно не. Нормально. Блин, это кошачий закрыт в банке. Шавась, я ушки одел. Надел! Да-да. Йоу. Йоу. Так что на самом деле, ребят, блин, на ПП, то есть ПП реально какая-то проблема с ДТ, но скорее диггер всего... мешает. А дети снять. Кавай бесу. Меня кавай. Диггер пускай денег. И будет вещать. Просто. Я думаю, Яна не даст диггеру. Уже все потихоньку, смотри, поворачивается к нему. Только байте. Да вот там все рассказывает. Что там пишут? Выебывается тут. Кто выебывается? Кто выебывается? Это она про диггера. Диггер в лужу залез, да. Диггер лекцию. Дарили, короче, просто. Реально диггер лекцию читает, стоит. Смотрите, серьезно. Нет, собрались все, Серого бунт, смотри. Не очень уж, я тоже согласен, на мне не идут. Ну кому-то... Ребят, сморг. О, я теперь одноухий. Яна не даст диггеру. Яна маленькая, что за шутка. Слышите? Такие шутки полхуя в желудке. Это пошутил 15-летний, 16-летний. 16-летний, 70 комуса. Да. Яна, дай диреру, диреру, диггеру. Давай, хвастайся. Когда ты быдлота уже 16. Красные свечи. Сейчас питерскую ментовку позвоню. Да позвони, нас не заберут. У меня есть, а у вас нету. Все бы дали диггеру. Ну, не знаю. Вас закроют всех, нет. Манкич, когда ты перестанешь фармить левел на стримах? Там что-то передаю тебе, когда ты перестанешь фармить. По левел. Да. Никогда? Никогда. Ну, когда стримы перестану стримить. Ну, смотреть. Ты у нас кто? А, ты чей-то друг. Точно, вспомнил. Я дал бы Шавасю. Шивасю. Не знаю, принял бы я тебя. Зачем она взяла с собой свитчи? Я откуда знаю? Сейчас спросим. Где она? У тебя вопрос, зачем ты взяла свитчи с собой? А, я их не взяла, я их купила у Зуфера. У Зуфера она купила. Еще не купила, он мне просто так отдал. Все секреты открыты. Я у него так, и попрошу. Так, открываю батю, и опять лайки полетят.
Батя покажи сосочек. Смотрите, батя курит, шок. Я когда вижу, как батя курит, я тоже хочу курить. Я батя подогнала розовую зажигалку. Батя, еще раз скажи. Я батя подогнала розовую зажигалку. Кстати, вот она, блядь. Кто батя курит? Да, я видел. Че фишка? Батя не курит. Держи. А наоборот, туда не садится. Пятерочка. Ты же на сходке. Вот тут все курят. Тут все курят. Все курящие. Все от индекса. А? Я надеюсь, не закрыл, нет. Кто, индекс? Нет. Индекс далеко живет отсюда. Я знаю. Я забыл твою систему. Он картавит? По системе не рассчитываем сложность. Ты картавишь? А, я нет, картавлю. Нет. Так, что Вася не курит, заебал, понял? Я буду курить. Я тоже буду курить. Бля, Дикер далеко, и он вещает. Я передам ему привет. Ребят, там сейчас драка будет, Бля, не могу что-то сделать. Кто с кем? Да! Че он, тебя игнорирует? Он говорит одно, я ему говорю другое, он говорит нет, а потом сказал, что да. Включите диггера. Включите, он просит отключить диггера. Давайте выключим, где у него кнопка? Диггер, отпустились! 110 зрителей. Народ падает. Почему падает? 110. Какие пишут, интересно, что они кажутся. Драка, Неправильно пишут. Драка. Жалко, бабла не было приехать. Жалько. Конечно, я хочу Дексик. Я бы его так любил, так заботился о нем. Мы бы так в лампах разговаривали, и все. У вас там сходка, а диггер хуйней занимается. Да, кстати. Как бы все Жиза. Пиздим его. На самом деле, реально тухляк. Я тоже хочу куда-то пойти, но все стоят. Я ее придумал. Я убегу. Куда мы пойдем сейчас? Я не знаю, куда они можно сходить. Если было, ты понимаешь, 30 человек в Хилл-Хилле. Я тебе пишу просто. Да. У меня карточка есть. Я тоже. Система учитывает, что? ОД? И что мы там будем делать? ОСУ собирать? Понимаете, все, докатились. На ОСУ сходки разговаривают про ПП-систему. Все, это хуже некуда. Да вообще скатились. На ОСУ сходки разговаривают об ОСУ. Такого никогда не было и быть не должно. Он какой-то херни. О ПП-системе, да, говорит он? Наверху тебя? Да, он о ПП. Они с Зуфером поспорили. Солнышко вылезло, ни хрена себе. Они с Зуфером начали спорить. Какой смысл тебе играть, блядь, в вещи, быть ОСУ? Его купаться, на уши. Кстати, солнышко пропало. Шивова, у тебя в руках телефон Диггера? Нет, у меня его планшет в руках. Е5К сердечко от меня, спасибо. Сейчас батя покажу, Е5 сердечки пойдут. Вот сердечки пошли. Потомат по-любому кидает, да? Что это было? Сейчас лайки полетят, смотри. Убегай, когда чей-нибудь сосок будет. Вы надонатите мне сосок или нет? Давай, смотрите, короче. Если мне кто-нибудь задонатит 500 рублей, я покажу свой сосок. Волосатый. Батя любит сосок. Сеню, это кто напомнит? Блядь, лайки не работают, нажми Сеню. Сеню, это который с этими ебаными парнями на аватарке, я про него говорил. Давай, пока им помнутся. Сеню, ты... Бегите. Бегите, Ан. Да, я говорю, это, блядь, с ебаными парнями на аватарке. Я играю? Форд! Уебок. Все, я закончил. Здесь вообще не поспоришь. Здесь не поспоришь. Вот эти, блядь, сантиметровые слайдеры, вот эти вот Чувова, да. Чувова. Да, Амберлин. Беги, батя, тебя заразили. Чем натуральством, блядь? Знаешь, у Блу Драгона... Ты сам напроился? Чего, у Блу Драгона тоже максимум. Ты мне 500 рублей задонатил, Амберлин. Батяска. Батяска. Гей-экспонат, блядь. Меня вообще Станбаль поцеловал, тут вообще пиздец. Как правильно? Ну как? Это нормально. Намёк. Облейте батю пивас, а у нас пива нету. Ой, ты охуел. Так только не на прическу. Батя, го 1-1 на бигблэке. Го 1-1 на бигблэке. Так я тебя уже обогнал. Ну, в смысле, ты меня не обгонишь, я там тут завтра аж такой. Хуй. Хуй. Всё, стало пиздно. К тигеру пошли, скажи. Батя, когда Гауми запустит, бля? Потом уже, ребят. Сука, опять лужа ебаная. Вот, скучает. Чё Дигеру сказать? Вот, привет Дигеру. Здорово, парни. Почему выпук еще не в пермаче? Пусть сидит. Что ты хотел сказать? Я ничего не хотел, я хотел, чтобы он что-то за это... 101. Нет, за этим дофига. Так, что такое? Что ты хочешь сказать? Я ничего не хотел сказать. Мы пойдем куда-нибудь? Не знаю, но мы точно не пойдем никуда, скорее всего, большим составом, потому что нас слишком дохера. Вот, вечером, возможно, будет какая-нибудь там локальная... Куда-нибудь там... То есть... Дигер, я тебя теку, блядь. Дигер, не бань.
Что тут, бля, происходит? Я не знаю, слышно ли было то, что когда я тут дохуя задвигал, но в общем... Нет, тут не слышно было, я зря, там стоял. Зря. Ты про ПП-систему говорил. Да, про ППП-систему говорил, то, в чем вам интересно это послушать? Не, про ППП-систему? Не, я не буду сейчас рассказывать. Ты можешь второй раз, ты можешь второй раз рассказать. Ребят, кому интересно, что я имею сказать, подписывайтесь на стрим, нахуй. Диггер уже пьяный. Да, диггер уже пьяный. Передай Стэнвольду, что он не окавай. Хорошо. Сейчас передам. Ребята скучают здесь. Все скучают здесь. Как бы... Тебе привет от Наумич, не окавай. Хотите ОСУ турнир, ребята? Хотите ОСУ турнир? Мы обсуждаем лайк, ОСУ турнир. Придумайте ОСУ античит, тогда будут турниры вам. Нет, нет. С крутым сам, призовым там. Сейчас как бы... Смотри, Шаваси докажет, было такое в Добротяновском турнире, когда этого забанили Леху. Здорово, вся сетка переигрывалась. Вся сетка нахер переигрывалась. Нет, смотри, просто забанили 4. Вот имбасов. Хотели имбасов, ведь смотрите на него, пока не поздно, блядь. Пока он рядом, а то его опять потеряют. Да, хотят турнир. Кого мы знаем? Акинатори хочет турнир. Ну, Витя, который. Проблема турнира, ребята, с читерами на самом деле. Где Крим? Дианон? Крим? Крим? Да не, мне кажется, не настоящий. По-моему, у Крима Кримзор нижний. Но если это Крим, то привет Криму. Да, Крим, здорово. Я про тебя, кстати, нормальных вещей наговорил, можешь потом посмотреть. То есть без говна, реально нормально вообще поговорим. Имбас мой бро. Он уже два раза стоял и говорил. Имбаса надо побить. Он маленький просто. Ты маленький. Ну я маленький ростом. А я маленький раз. Слышь, а по мемам турнир будет? Чего? По мемам турнир будет в основном. Сердюков первое место уже, бля, априори взял. Вы че? Показывай сосок, бля. Ты мне задонатил 500 рублей, чтобы показывать тебе сосок. Нет, вообще никак нельзя засмебрать. Блядь, я сиделся с другими подручными средствами. Я попал, блядь, мне просят сосок показать. Чей, твой? Да. Тебе уже закинули 500? Я не знаю. Ну вот, когда узнаешь. Скрин. Слушай, когда я узнаю, что ты мне задонатил 500 рублей, тогда я... Донать на Киви куда-нибудь, чтобы мне смс. Да я сейчас посмотрю на Киви. Вот, и короче, на Киви, если на донейшн кидаешь, там задержка большая. Вот, и короче... Собственно, ставятся два свеча, и вот... Чекай алерт, через... блядь, я чекнусь, опять же, это прошивка. Ну, короче, просто проверяешь, на какие у тебя кнопки эти свечи работают. Бля, я не смогу мы на сначала, наш короче, на алерт зайти сейчас. У нас работало на капслок. Я на Киви попробую зайти. Ну, это пиздец, ты не со сбербанковской карточки кидал? Если нет, то нормально. То я могу увидеть. Если со сбербанка, блядь, со сбербанка, то долго будет приходить. Очередно не нажимались. То есть, нет, это андерлин. Было невозможно. Вот, можно было только одну нажимать, вторую. Да нет. Вот, в итоге мы забили да свечи, блядь. Сделали, короче, припоем залили всю вот эту схему припоем. Покажи короче, всех, сделали нормально. Опять? Она работала, ну да, что-нибудь поделать. Хуйня, то есть можно было просто спокойно нажать кнопку, и там где-то 2000 БПМ шпёхало. Было бы чуть планово, понимаешь? Как бы шелкаешь, как будто ты просто берешь, короче, макросы, как он... Да, да. Задержка 0 миллисекунд, да, задержки вообще не было. То есть это реально, это весело. Скажи, что я им бас, это всегда хотел меня увидеть. Блядь. Все, там инсайт инфу какой-нибудь запилить. Держи ты. Инсайт инфа, короче, ребят. Видел, нет? Все. Да, видел, там ждите турнир от ОСУ группы. Вот этот вот парень будет играть. Нет, я не буду играть, я в инактиве сейчас. Да, 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 да. А мы, короче, заставим Талалу, скажем, что типа кто не будет участвовать в турнире, тот на ОВЦ не упадет. Все, короче. Отборочный. Нет, нет, пизжу, конечно, пизжу. Год что-нибудь истории слушать. Что-нибудь, да, расскажи что-нибудь. Дайте батю, он батя, расскажи что-нибудь. Что показать? Расскажи. Тебя даже ничего не просили показать. Вот я здесь рассказываю. Встань рядом с ним и просто... Давай. Да. Рассказываю про эту хрень, типа Нона, а? Да, Нона. Типа Нона, только вручную, короче. Вот. Ну, и в итоге весело. Ну, я говорю сейчас про сенсорную, которую мы сделали в итоге. Вот. То, что, ну, на ней банально было легче нажимать высокий БПМ, чем на свечах. Хотя странно, потому что отдачи не было, но при этом... Сенсоры, кстати, копейки стоят? Че? Я смотрел на эту тему, гуглил тоже там. Что гуглил? Ну, типа сенсоры, которые они... Нет, мы все делали вручную совершенно. Так я говорю. Просто припой, который стоит 10 рублей. А, который просто касание, типа? Да. А, лол, нет, там датчики. Не, ну ходи датчики. Верни деньги. Да ты продукт делаешь, батя. А? Одно деньги. Дело ты делаешь для себя, другое дело делаешь продукт. А чему он мне это пишет? Не знаю. Ты мне то есть если делать готовый продукт, делать красиво. Зачем делать и сделать никак? Ну что ты делаешь? Я не сторонник такого. Либо делать хорошо, либо не делать вообще. Я не понимаю, кто смотрит это. Ребята, вам реально это интересно? Если интересно, то я даже не знаю. Вы топовые. Почему я подстрижен как уебан, господи, блядь? Почему он подстрижен как уебан, ребята? Не снимай. Да, он тебе. Он берет тебе. Да ты рофлишь, что ли? Он не показал. Да он рофлит, он рофлит. Он ведь проверит. Пруфы, 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 да. А как мы проверим? Все больше. На самом деле простая история, ты приходишь к яму,
Ладно, не надо, мне смотреться. Ну, ставим. Че? У тебя больше, бля, у тебя больше есть, хотел сказать. Скинь денег на планшет, в смысле, почему? Зачем? Скажи Шадю. Шадю. Маркер. Кого маркер? Он Васе скинул. Че скинули, говорят? Проверь, скинули тебе что-то, деньги скинули. Он Васе скинул, че? Деньги. На сосок. Я Вове кидал. Блять, короче, ладно, я поверю на слово, я на свой киви не могу зайти, потому что я пару раз. Давай, и кидай сосок. Значит, пора. Надо. Сука, еще мне как его показывать сосок этот? Он же волосатый пиздец. Да не твой сосок, его сосок. Да не батин же. Блять, у меня, блин, просил от меня сосок. А, ну тогда да, все. Батя, скинь денег тебе на сосок. Итак, ребят, отважный момент. Так все видно, что ли? Нормально видно, что ли? Я не вижу, потому что... Пожалуйста. Ребят, 18+. Короче. Они волосатые, серьезно, блядь. 18+, ребят. Вот вам сиськи. 18+, ща, Вася. Все. Все, я вас... Вы видели это онлайн? Прям. Лайки, где лайки? Где лайки? О, все довольны. Скажи Кротову. Все довольны. Кротов, где Кротов? Ребята довольны. Оля, ты въебала, втопил в мою футболку. Ебать, что вы Кротова троллите, блядь? Кротов нормально. Потому что надо. Как лайк ставить? Лайк просто тыкай на сердечко или что-то. Да. Там, как-то так вроде. Все, ну сосок показал, все. Все, я лайков забыл. Батя! Я сосок свой показал, да. Теперь твоя очередь. Схуяли, мне не донатили. Тебе задачили? Да. Че, Галинский, ну? Ну я хуй знает сколько, я не смотрю. Ну не важно. Я не буду, нет. Он поверил. Он не хочет. Пока не нажму сосок. Два по цене одного показал. Задонати мне на пиво, че? Нет. Задонати, да, задонати ему на пиво. Да вы прикалываете, не надо мне донатить на сосок. Я не буду показывать сосок. 7,5 каз за сосок, нормально, батя? Это было. Я не должен тебе за то, что было. Так что давай. Да, я тебе просто говорю, о, как забавно, как сердечко люблю фигачит. Прямо как, знаешь, когда в скине там есть Star 2, который когда ты доводишь на карту, там фигачится. У меня они это точно сделали. Вот этот сатенчик хочет дать на сосок бате. Да. Давай ему на пиво. Держи, батя. Батя, стой! Да мне стыдно, я не буду брать деньги. Сука, пидоры! Блин, реально. Угадай, хорош. Уроды зафоткали, блядь. Конечно, чувак, уважаемые люди собрались. Уважаемые люди. Это кто тебе скинул? Ты куда скинули? Угадай, выпук. Выпук куда? Тебе в личку скинул, что ли? Ебать. Сука, вы соски зафоткали. Не видно, конечно, ладно, наверное. А ты что думал? Ой, блядь, извините. Там еще запись. А? Там еще запись есть. Запись, блин. Попал. Как будто не насмотрелись соска Бати на московской сходке. Я, кстати, тоже смотрел и видел, как ты сосок показывал. Сосок Бати на московской сходке как шлюха был. Просто его показывали, я не знаю, раз... Теперь сосок Диггера просят. Трансляция скоро закончится, да, вообще просто почему? А, окей. Не закон, есть пауэрбанк, то? Ну там чувак... Не, если что, начнём. Кидай деньги Бати за стыд. Я все сотки смотрел. Да хватит уже с сосками, все, ребят, да, показали. Да, реально, закрыли эту тему, меня заебало. Показали, все, хватит. Ну, серьезно. Покажи последний раз, и все. Нет. И больше не будет сосков никогда. Сначала не была смешно. Да, короче, да, скоро закончится стрим, потому что 25% зарядки осталось. Мы можем найти еще кого-нибудь. Не тянок просить сосок показать, а батю, блядь. Ну вот что за ебаный, а? Четыре тянки, а просят батю сосок. Да. Найс, Рофлер. Тянок целых 4, а батя-то один. Все форсы от меня. Ну это же батя. Это батя. Все, хватит форсов, ребят, хватит. Не, ну показали уже все. А мне им не написал. Че? Я не. Это мой. Это мой. Имбас, а мне написать. Что тебе написать? Ну, колми батя там, подпись свою. Смотрите, колми батя мне пишет. Сердечко имбас? Для вас сердечко показать. Да я сердечко. Сейчас. Батька. Че, кружочек такой. Что не нравится? Что ты написал? Что тебе не нравится? А подпись свою? Я не умею от подписи, блядь. Сердечко. А, сердечко хватит. Дай, покажи. Дай роспись. Бичу. Все. Ха. Я сразу как увидел, взял роспись. Вот так надо делать. На сосок распишись. Не, ребят, на сосок это уже дорого. Ниже. Очень дорого. Сердечко. Вася, может быть тоже? Да, конечно, можно. Вы, короче, знаете, вы видите просто дорогостоящие до автографа, что Вася продает по 500 рублей за каждый. Все. Завидуйте. Батя, за батю расписаться. Вся надежда на себя. Не знаю, вижу, что ли, не видно. Смотрите, видно, не видно. Я не вижу.
16. Видно, что не видно, я даже не вижу. Да, наверное, взял деньги, сука, не показал. Чем говорит? Батя взял деньги, сука, не показал, там пишет. А батя взял деньги? А он взял деньги? Он только у меня брал деньги. И вы что-то Короче, Вася, Сань, там, короче, вот те ребята обсуждают что-то про карты. Что-то про карты обсуждают. Я не знаю, надо ли вам это. Ребят, вам надо это? Вам надо показать, как они за карты обсуждают? Никому не нужен. Я просто тоже подпишись. Смотрите, я, кстати, тоже, я кого-то не собрал еще, держу. Я кого-то еще не собрал, у тебя не собрал. Шавась от Йенса, привет. Привет, Йенс. Это я, если что. Фаербул. Нормально. Так, у меня все подготовлено свое. Давай. У меня уже все. Все топ. Все. Кто топ тысячи? Вообще никого не выходит. Че, ребят, кто хочет расписаться у меня? У меня еще место есть пока что. Вот 80 кому срочно распишется. Да. Только осторожно, чтобы не стер ничего. Так, давай я. Так, подержишь? Дрюка. И ручку. Ну пусть будет. На память-то. На Ясина, когда новая мапа? Привет, Калейдон. Всем привет от Калейдона, кто его знает. А Руслан, ты уёбок! Тот, который меня автоматом забанил, блять. Не, подожди, Арестан, что ли? Да, Арестан здесь. Я его кикнул с конца. На, Арестан, попизни. Здорово, Арестан. Арестан, легит, респект ему. Арестан, когда 7 КПП? Диггер, почему на белый тик нельзя заканчивать слайдер? Хорошие рофлы подъехали, да? Вот это, вот я понимаю подход. Мне он тоже нравится. Вот это подпись. Вот это подпись. Я что сказать-то хочу? Сделал дырку, блядь. И засунул туда это. Сейчас поешь. Кто-то хочет уже куда-то пойти. Да, есть такое. Не, ну я тебе говорю, в 2 километрах есть киллфиш. Можем, в принципе, туда пойти. Завидуйте. Не такой же толпой, да? Ну, скорее всего, киллфиш как раз для таких толп и предназначен. То есть, если что-либо и предназначен для таких толп, то, видимо, киллфиш разве нет? Я просто ну, то сам не разбираюсь. А все пойдут вообще? Знаешь, контакт я бы с киллфиш сел. Все пойдут, нет? Пойдешь? Да, я думаю. Слушайте, я просто, я не знаю. Я думаю, что... Своих только не так что, думаете, реально будут, типа, то есть, ну, блин, типа, они такие, нет, мы двух из вас не пустим. Думаете, им жалко, ребят, это же киллфиш. Ну, хер у меня знакомые не пускали школьники. Ну, просто... В большой куче? Я не знаю. 7 человек. Просто тогда вас вообще всех не пустят, школьники. Бля, хватит меня снимать. Вопрос, типа, хотят, ну, типа, как бы, чё, кто хочет что, ну, как-то надо вот это узнать. Пошли, может, пройдем. Ну, ладно, помещай что-нибудь. Нет, я практически уверен, что большинство проголосует за что. Большой киллфиш. А я не разбираюсь в размерах киллфиш. Я вообще по киллфишам не хожу, опять же, я человек простой. Посидеть можно просто. Не, я понимаю, но мне кажется, каждый киллфиш в центре примерно должен быть большой. Мы хотим посидеть. Да, ребят, в общем, тут инициатива, то, чтобы пойти нажраться. Виталий Чекника. Ван Берлин, мать чекни, долбоеб ебаный. Ну так что, мы пойдем? В общем, сейчас, я так понимаю, Зуфер опрашивает общественное мнение по поводу того, идем ли мы сейчас куда-нибудь садиться или нет. Просто мы по закону... Диггер, ты злой. Да просто я, типа, пиздецки сгорелся в Берлине, когда он мне в личку как еблан написал, мне это очень не понравилось. Да-да-да, вот из Берлина вот ты сдохнешь, молодец. Да, нет, Диггер, чек не мать, это смешнее мемы. А вот от Берлин ёбаный еблан. Он чекает, чекает. Да, Диггер топ. Ты его прослушиваешь, а потом смотришь на чат, и вот где-то в мире Блин, вообще, ребят, тут ККК поясняет за маппинг. Мне кажется, нужно переключиться на эту волну. Еще что куда? Там нет ничего такого. Там, по сути, один единственный сэмпл. Рублей. То есть, по сути, там можно было просто банально... Это Андрей Мискин упаковка. Но он именно сделал именно вот так вот. 7933? Почему? Это он мне, походу. Это твой номер? Потому что он так захотел. Нет, это номер этого Диггера. Диггер не рыбный. Обычный пятерка. 7933. Это называется овермап. И это карта безумного овермапа. Чего ты хочешь? Ну ты рассказываешь мне, слушай. Рассказ. О чем вопрос был? О ХВ маппинге. А, мы про Хэллоуин, собственно. О, да, о, ребят, крим подъехал. Да это не настоящий крим. А, это кто-то с фейк? Нет, фейк, наверное. Понятно, что фейк. У него типа... не выходит. Если карты делаются для игровой составляющей, то значит, что они должны быть играбельные. А некоторые карты Хэллоуин нахуй не играбельные. Да, договаривай, мы идем. Маппинг для игроков. Да, ребят, мы идем. Для себя. Мы уже пошли. Короче, мы дойдем до киллфиша и мы вырубаем, потому что... Все, 20% осталось.
Хочу я ось Бати, Дигера, Мишаваси. Пойдем? Айфоткс. Маппинг оставь. Маппинг оставить, блядь, да пиздец, мы пошли уже просто. Протекционистки к ним относятся. Он выступает против любого изменения. Вот, а батя мимо проходит, лайки, лайки. Да? Спасибо ему передай. Да, спасибо, блин, большое. Серьезно, спасибо большое. Бля. Просто озеро все со скамьями. Бля, пиздец, я охренею. Он серьезно скинул 500 рублей на сосок мой? Охуеть просто. Ну, блядь, Берлин, ты чё, дебил, блядь? Да. Нет, серьезно. Спасибо, конечно, я передаю. Не знаю, зачем. Хоу-хоу написал, типа, я сейчас куплю билет в Питер, поеду и напою батю пивом. Я не против. За твой счет я на все готов. Ну, за пить пиво я готов. Но больше нет. Идите разгромите хату чью-нибудь. Да, чью. Батя, верни сотку. В смысле, верни сотку. Ты сосок не показал, вот он тебя и просит вернуть. А я не сказал, что я покажу сосок. Бери выше. Короче, вышли мы в Killfish, да, я так понял? Я не знаю, куда мы вышли, потому что меня просто сказали, типа, иди. Я такой, ладно, я иду. Ну, короче, все мы в Killfish идем. Потому что... Потому что реально все сидим, ничего не происходит. Кто-то покушать захотел. Нет, почему не происходит? Мы, блин, все общаемся. Опять интересно, заебали. В смысле, ничего не происходит? Кто это сказал? Я какого хуя это сказал? Просто так? Зачем? Чтоб все выдвинулись куда-то. Все происходит. Всем интересно. Ну, мне интересно. Мне тоже интересно. Ну, все, хули. Тебе, блядь, 500 рублей закинули. Просто пришел на сходку, получил 5 хата. Нет, я тоже, конечно, получил 150 рублей наличными, блядь. Донат наличный. Что? Никакого хуя. А я с ККК встретился, он мне 3 сотки задонатил на руки. Когда я на компьютер дал. Я не понимаю, что это такое, ну ладно. Я этого не понимаю, мне от этого стыдно. Ну мне тоже от этого стыдно. Пока, блин. Че, блин, пошел? Батя, когда новость? Я ж недавно поставил, блин, 400 ВВ скор, сколько можно? Подойди к Шаде и попроси показать питчу на груди, плиз. К Шаде? Шаде. Кто Шаде? Шада. Шада. Шейтин. Шейнин. Шейд. 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 Шадя. Шадя. Ты Шадя? Да, Шадя. Покажи, там что-то просили тебя показать. Вот, да. Все, круто. Есть салфетки у кого-нибудь? Не, у меня нет. У меня есть такие. У меня эти застряли, да, давай, давай. Бать, сколько ногой БПМ пожимаешь? Бать, сколько ногой БПМ пожимаешь? Ногой БПМ сколько? Что спрашивает? Кто знает, БПМ 10, блядь. Кто? Фарзу или как? Я не почитаю. Чё, я уже сказал. А, может, сейчас повторить? Чё повторить, блядь, БПМ 10-20, я не знаю. Долблю, короче, левой и правой, всё. Но я ещё так не делал, так что... Устал. Много народу. Дети. Трейс спрашивал. Бля, не слежу за чатом вообще. И долишь? Можешь представить всех? Я представлял всех уже по кругу, потому ну, все боятся, стесняются что-то. Некоторые отворачиваются, так что второй или третий раз я уже не буду это делать, потому что, ну, это как-то вообще не ок. Вася, как пекарня? Какая пекарня? Ты повтор потом посмотри, я там всех представлял. Мы когда на Марсовое поле дошли, я там всех представлял. Так, что-то все встали. Я думал, все, кто должны были... В смысле? 120 человек. 120 человек? Да. 120? Да. Пика? Пика? Заебись. Здорово, Лисе. Лисе, привет. Лися. Сейчас 10 лайков будет. Вырубай перископ. О, лайки поехали. Когда админом будешь в группе? Завтра будет. Когда ладно. Не, это не про меня спрашивали. А про кого спросил? Прошу, Вася? Все, все перешли, идем. Утранус! Анус, привет! Витя, привет! Да, честно говоря, мне кажется, это один из самых лучших дней, которые можно купить. Утранус? А чего вы встали? Это ждали всех. Ну нет, ну просто вот... Что, Вася, что за дела не передал всем? Бля, Ультранус, извини, я не видел то, что ты писал. Всем привет от Ультрануса! Если его кто-то знает. Кто это? Ультранус, кто вы, чел? Кто это? Это Максим.
Что это? Мне нравится, когда новый топ стоп. Я блядь, из страны вижу чувака с ником, блядь. Это топовый чел. Блядь, что это? А мне привет, Наташа. Наташа, привет, Амару. Какой у него раз? А мне привет, Наташа. Амару, Донамасио. Да. Привет. Привет. Я не знаю, кто ты, да? Амару? Нет, я знаю его. А. Он болел за меня. Домой не пришел. А, передай всем привет от меня. Ник слов. Ты, блядь. Твой ник самый сложный, блин. Хоу Хайоу. Короче, не знаю, как твой ник читается. Диггер, когда 100 пп скор. Диггер далеко. Двух метров. Дел. Да вот. Диггер, когда 100 пп скор, блядь? Это хороший вопрос. Скорее всего, когда я... Я сейчас область поменял. Я теперь в окне играю, ребят. Надеюсь, что когда-нибудь я и в каждую DMC... Сегодня ждите, короче, 200 пп скор. Я надеюсь, что я DMC в каждую полностью, хотя бы на 80% аки, думаю, сотню пп должно залететь. Думаю, хороший скор будет. Я в Доброгруппу обязательно выложу, ждите, блядь. Короче, всем привет от хоя-хуя, блядь. Хоя-хуй. Хоя-хуя, блядь. Не знаю, как у них читается, пиздец. Хуй. Хоя-хуй, блядь. Охуенный привет от выпука всем. Да, привет всем от выпука. А! Еще всем привет от Машонки. Да, вот я говорю, Настя. Машонка, привет. Или там левое яичко индекса тоже, Настя. Левый сосок Бати тоже не занят. ДМЦ Пакчун. О, блин. Ребята, занимайте ник левый сосок Бати. Он занят. Тогда занят уже, вы не успели. А левый занимайте теперь. У Бати ведь два соска. Чё там, Шавася? Я говорю, придётся тебя в админы брать, слишком сильно уже подвязал, типа, ну, без вариантов. В смысле, кому? Мне. Каким образом? Он муж крутится вокруг меня, но то сделал меня админ, сделал меня админ, но я не могу не делать его. Фига себе, я один раз только спросил. То есть Амберлина не делаем? Амберлин не делаем. Он мне сказал, что ему не нужно, а потом начал... Амберлин просить... не приехал. Левый я глаз Диггер, привет. У нас теперь половина состава ОВЦ будет админами. Талала, Индекс, Шавася. Банан вроде нет. Банана не будем пробовать. В любом случае, на нет. Слушай, что встали-то? Но, Диггер, давай сосок. Показывай уже. А, Диггер. А чё мы встали, серьезно? Чё, не сел еще телефон? Да? Еще 14%. Нормально. Ребят, вы доживайте с нами последние секунды. Да, 14%, вот. Мы скоро пропадем. Как батя нажрется план. Кстати, его спас на крови, ребят. Да. Смотри, нарву тебя из этого соска в камеру. Вот кукизи. Еще одна кукизи. Еще кукизи. Кукизи. Привет, привет, перископе передает Сашка Лис, пожалуйста. Привет, Сашка Лис. Блять, ну все распластались, тут много народу, я не буду уже орать. Если Сашка Лис увидит меня, будет ворошить ногу. Вот, Сашка Лис. Пошел нахуй. Батя, здорово, ты, а что ты хейтишь по ней? Что ты хейтишь по ней? Потому что, блядь, по ней, вот, иди нахуй. Тебе сколько лет, Зиновий? Зиновий. Я как его, я не помню просто, как у него там правильно. Нет, серьезно. Ко мне просто частенько приходила подруга в гости. И, ну, то есть, я что-то занимался обычно, да, то есть, ну, придет просто потусить со мной, поболтать, блядь. А идет телевизор и включает по ней, у меня с этого жопа просто горела. Поэтому я ненавижу по ней. Особенно те, кто ставит на аватарке по ней. Ладно, там еще аниматян, это я еще понимаю, потому что я играю в ОСУ, блядь. Да, блядь, я не буду орать, здесь много народа, понимаешь? А что ты хочешь тебе просто? Мы вышли в людское место. С ДРТСМ, что ли? Привет всем передать, типа. А, понял. О, ССО, блядин, батя. Тебе написали ССО, блядин, батя. Да. Да. Ну а чё? Да мы тут все ССО, блядь, если мы вышли все. Ну да, посмотрим. На сходку. Передай бате, а ты муд. Блин, муда. Я хочу с ним там сфоткаться. А можно его? Можешь брать. Прикольный ест. Да, 200 рублей. 200 рублей? Че? Куда? Блин, батя хочет сплавить 200 рублей за енота. Классный. Ну он классный, да. Ты вот тот? Ну я показал его в перископе всем. Он в памятнике. Блин. Басы нет цены.
и что? Мне кажется, он не купит. Пока в последний раз. Батя выпрашивает у Дикера 50 рублей. Надо фотку с енота. Ты же меня сфоткаешь с енота? Сфоткай меня с енота. Ты сам фоткай, блядь, найди кого-нибудь. Ну что? Фоткать тебе. Ну и ты свой же фоткай. Давай, тебя имба сфоткает. Нет, садись. Батя. Да. Батя. Это не моя фотка, бать. Бать, это меня попросили передать. Это же я. Батя с енотиком. Все, все, больше не трогай ничего. Ручки держи только две. Фоткайте, батя. Лойки, лойки где? Лойки. Батя с зуфером. Смотрите, смотрите, Пеппи кормит нас пипи. Давай, веселись. Фарму мапу и батя. Смотри, он ест. Да? Это лемур. Он такой мягкий. Лемур. Да, лемур. Да, он лемур. ДД пока лемур. Какой они хороший. Все, фоткам? Давай, делай тысячу фоток, чтобы... Как там целая трансляция будет. Там Крим! Там Крим на трансляции. Это не настоящий Крим. Твою мать. Вау. Забайтил на Крим. Где ДТ? Где ДТ здесь? О, ходит. Здоровненько встань. Он не упадет? О, еду уронил. Еду уронил. Держи, держи ручки, да, перед собой. А как зовут? Крошка. Крошка. Крошка енот, ну логично. Крошка с батей. Сфоткал? Фоткай еще. Я, давай, я миллион, миллион раз фоткаю. На авочку, на авочку. Сфоткал? Ну, там шепотом не надо фоткать. Улыбайся. Можно погладить? Я тебе. Блин, енот. Топчик. 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 Крошка моя. Я просто немножко представляю, кто в России. Десять процентов осталось. Все, пошли. Смотрите, батя довольный. Я довольный, пиздец. Первый раз в жизни на то увидел. Вы че? А, можно? Спасибо. Опа. Больше телефонов нету? Ну, в смысле, я не знаю, у нас 9%, и я, наверное, скоро, вот как сядет, я все, пропаду резко, наверное, скоро. Я не знаю, через сколько. Я дам планшет Диггеру, а остальные, я не знаю, будут подключать еще перископ или нет. Пиздим его работяги. Кого пиздить-то? Пауэрбанка нету? Нету пауэрбанка. Пауэрбанана нету у нас. Что пишут? Да ничего не пишут особо. То, что я говорил, то, что батарейка скоро сядет, и спрашивают, есть ли еще телефоны, чтобы перископ 130, замутить. 136 человек. Ебать, сколько, 140 зрителей. 140 зрителей. Капец. 140. Господи Иисусе. Гозарашку послушаем, что послушаем. Блин, я не знаю, где, в какой стране Killfish находится? Killfish. А кто-нибудь знает, где он? Не знаю. Потому что все идут куда-то, никто не знает, где. В какой стороне Killfish находится? Это к этому, к... Диггер. Так, надо отдать Диггеру. Диггер. 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 А что случилось? В какой стороне Killfish находится, хочу узнать. Что стоим? Диггер. На Невский идем. В какой стороне Killfish находится, куда идти? На Невский идем и вниз по Невской. Ну потом... все, пошлем. На Владимирской почти идем. Все, понятно, пошли. Идем? Блин. Опять куча народа. Сделайте мне сигнал кто-нибудь. Как, каким образом? Вон, мне тут все расписались, кого хотел. Фейербул со мной идет. И имбас, все. Мы, короче, от всех убежали, спрятались от них. Купи мне шубу. Конечно, сейчас. Диггер бест маппер, передай ему пресс, хорошо. ДТшники пидоры. Еще раз? ДТшники пидоры. Сказал ДТшник. Че? Я ДТ не играю, алло. Я умею ДТ играть. Где все? Где они все пропали? А, вон они идут. Долго. Ладно, выйдем там, короче, подождем. А то много народу здесь вообще. В любом случае, ККК видно. Да, ККК сразу можно узнать. Идет толпа ККК. И мне там шагирующий. Пиздим фаербола. Че? За ДТ, блядь. Фаерболы не люди. Д
ТТ для пидоров. Да вот, нет, мы туда идем. Правильные люди говорят. Сейчас приду и буду пиздить всех новым модом. Давай, давай. Пизда тебе, фейербол. Кто хочет обсудить ДТ-ПП-систему, идите к Диггеру, он все объяснит. Да. ДТ-могила. Что там процентов осталось? 7. Сейчас умрет. Пизда, пизда, пизда. Пускай. Мне перископа нет, если что. Это как хуёво. Мне там интернет очнёшься. Пьянку не увидят. Да, пьянку вы все уже пропустите. Через, не знаю, через... Минут 10, да, минут через 10, да, уже все офнет. Пока дойдем. Не, минут через 10-то офнется. Перископ. Давай здесь постоим, подождем всех. Тут пока поменьше народу. Зайди, как и как. Там на дороге встали. Давай скинемся. Они стоят. В смысле, что они стоят-то? Не знаю, там вот там толпень. А что они встали? Это аксиома. Какая аксиома? Вода. Спас на кровь. Кровь на спасу. Он шатается, да? Кто шатается? Нет, что-то не будет. Лол. Ну, носеры идут. Сразу по бейджикам видно. Школьники. О, Зигу кинул. Сколько уже? 140 было, блядь. Процентов? 141 зритель, 6%, да. 6%, да, пиздец. Ну да, еще надо, надо на кого-то переключиться. Да, есть у кого-нибудь? Айфон. Я не взялся. Плохо, надо на кого-то переключиться, потому что, ну, блин, ну, только... Сегодня будет перископ, если меняется что-то. Да, мне кажется, да, все, не будет больше перископа. Если, Владимир, когда ты думаешь, если здесь начну курить, мне никто ничего? Не, здесь-то можно курить. А, ну все. Диггер, вообще, когда батом будешь? Что говоришь? Давай. Кстати, вот, Диггер, тебе привет от Ультрануса. Фашист Диггер. Привет его Нику. Да, я тоже покурю. Спасибо. Так что, там есть еще где-нибудь ребята? 5% осталось. Слава Украине, героям слава. Уже не будет перископа. Перископ забанят за то, что... О, с обезьянкой сфоткайся, батя. Да, батя теперь с обезьянкой сфоткается. Пониманки затронули, потому что обезьянку нашли. Давай, пока вы в пок. Сразу видно осеров по бейджикам. Россия — великая наша держава. Найс музон? Да, кстати, музон заебись вообще был. Сидули. Даже. Хороший рофл, ну спасибо. Из чего? Спасибо, это значит, блядь, не обидно. Не обидно? Обидно, обидно. 4%. Пишите пока последние что-то. В розовом? Кто в розовом? Пишите последние слова, 4% осталось. Пишите завещание. Да, пишите завещание, 141 зритель. Завещайте мне кто-нибудь 144 герц моник, пожалуйста. Диггер не хочет мне давать? Если так, наберется 144 зрителя, у всех будет 144 герц. Ребят, монитор. Для отчет о дальнейшей сходке после того, как она перископ закончится, скорее всего, будет на фотка. Стриме у бати, если он сегодня будет. Будет сегодня стрим бати? Я не знаю. А вообще я могу запустить с планшета стрим, еще проблема, только это будет на Твиче. То есть я могу запустить стрим с... А, нет, не могу. Этот микрофон ужасный, там в общем, если что, будет стрим бати, может быть, у меня из дома опять. Там будет отчет по сходке, по той части, которая не была заснята в перископ. Нет, как вариант, заходите. Если у нас получится, мы сейчас запустим. Ну, если не получится, то знайте, ребят, twitch.tv/handface. Так, реклама. Twitch.tv/safe.tv. Да, да, нормальная реклама. Ты скажи, через нижнее подчеркивание ты не сможешь вести. А? Ты скажи, что через нижнее подчеркивание. Да. Ждем всех, да? Все потерялись опять. Kills Batman B. Girl дальше. Спасибо. Блях-мух. Диггер, когда мапу в ранг будешь выводить? Это потом у него спросишь уже на стриме. Ну, кстати, Undead Corporation уже почти можно. Там немножечко стримы стрёмные, а так она хороша. И тройки и так положено. Так она реально хороша.
Батарея настолько быстро заряжается, что никто не узнает, что я хочу батин орех. 3% стоит. Осталось. У кого есть Android? Можно подключить, а iOS высосет. Нет, я не буду чисто в Android делать такое. Еще два зрителя и будет 144 Гц монитор у всех. Если 7,5 не стоит. Чего? Я видел за 16, за 15 кусков. Да, за 16, за 15 кусков. Только говорит, я видел за 7,5. Пока Калейдон. Ну, еще 3%, так что может тут еще остаться. Просто перископ офнится резко. Через, ну, не знаю, минуту, 2-3. Гата скин норм, не знаю. Не играл никогда. Что-то все усели, сейчас пойдем туда. Обезьянка. Что там с обезьянкой? А что все уселись? Блин. Отдыхают. Устали, что ли? Да, стамина не хватает. Все устали, все присели. Все в скобочках один. А кто один? Зуфер кто? Зуфер, ты что, устал? Да. Батя, спрашивают, гата скин нормальный? Нет. Не играли. Лучше скин это скин Бея. В смысле, не играли? Скин Диггера. Скин Диггера, говорят, заявись. Передай привет всем, кроме Диггера. Не. Передай пока всем от меня. Да, всем пока передают. Никто не услышал, ну и ладно. Всем пофигу на перископ. Сам бы себе просто расписался. Сейчас снова. Как она сексуально водичку-то пьет. А? Тебя, походу, просят передать поцелуй. Все. Передай всем поцелуй в пузико. Меня никто не услышит. Опять тут много народа, я не буду такое передавать. Ребят, кто хочет пить? Спасибо. Ну, я обещаю. Спасибо. Это водка. Кто там просил? Кто еще пить хотел? Пожалуйста. Блин. Чё ты добился в жизни? Я не добился, зато водку из горла. Программа. Так, сейчас было найти. Михаил? Да. Тебе привет от Калейдона. Здорово, Ростан. С камерой Кинана. Нормально. Вот, да. Вот Прогонетас. Прогонетас, да. Я все ник не могу правильно выговорить. Странно. Да сложно у тебя ник? Да ладно. Да, но тут на где-нибудь должна быть ссылка, типа поделиться, что может быть вот это. Блять, мы перевернули камеру. Ну все правильно, в принципе. Ну тогда... Нет. Блин, я не знаю, у меня на айфоне было, типа... Хотя лучше... Это не обратно, да, лучше так, она, по-моему, меньше батареи. Вот так будет, меньше батареи. Может, там что-нибудь выдвинуть, что-то надо. Ну я не знаю, кстати, как... Право, лево, право, нет. Может, типа, удерживать. Потому что нас ее учили. Да пойдем за ними. Блять. А что, трансляция пошла? Трансляция пошла, да? Продолжение. Трансляция прошла, да? Пошла. Продолжение банкета. Ну хуй его знает. Шалась у руля. Ты знаешь свой перископ? Иди, делай комбинацию. Блин, слишком сложно. Блять. Знаешь, кто разбирается? Я разбираюсь. Бля, ебать, я закрыл перископ. На, включи перископ назад, я его закрыл нахуй. Короче, я... Чё? Офнул. Сатану. Написал, короче, я офнул. Один просмотр уже. Это Ромочка. Ромочка? Скажи этому Ромочке, чтобы он в основную группу скинул эту ссылку на перископ. И... Если он знает, конечно. Так, а разве ты не можешь? Короче, Ромочка, если это ты, Ромочка, наш любимый Ромочка,
скинь в основную группу ссылку на перископ. Ссылку на этот перископ, пожалуйста. Он точно с ОСУ группы? Должен, не знаю, хозяин. Короче, Ромочка, ОСУ, ритм, что-то гейм там, короче, ты найдешь ее, там дохуя народу, ну, 15 тысяч, короче, скинь эту сходку ебаную, блядь. Хуй знает один человек, я не знаю, кто это, блядь. Ну, это Ромочка. Сводим просмотр, блядь. Стэнвальд, зайди в основную группу и ту, которую я ссылку скинул с Яной Есениной. Зайди на этот перископ, посмотри, это тот перископ, который я запустил, это ли левый? У меня телефон на пауэрбанке заряжается. Где? На пауэрбанке заряжается. А где пауэрбанк? Пауэрбанк, иди сюда. Надо посмотреть. Посмотри, зайди со своего. Зайди в основную группу со своего. И я скинул ссылку на перископ, тот перископ, который я скинул или нет. Вот это, да. В профиле в ОСУ указана ссылка на Твиттер. В Твиттере есть его почта. Это почта, которая является... Где-то левая какая-то тема. Собака, Hotmail, что-то там, не связана с ОСУ, но с ОСУ связана другая. Короче, мне нужен перископ этот, приложение. Блядь. Я так и так думаю. И, типа, все видно. Что-то ничего нет нового. В смысле ничего нет нового? Напиши, вообще стрим идет. Это оно. Это оно? Это оно. Да? Да. Так, давайте тебе телефон. Ты давай. А хули? А что никто не смотрит? Надо от группы. Ты думаешь, что это в группе 24 на 7 тут кто-то выставит? Я запостил. Сейчас я напишу от имени группы, который потом общается. Ну, напиши. Ну, блядь. Там левые люди. Это какой-то ноунейм Фаги показывает в камеру. Айфон, Андроид. Так, провод Наташа. А, еще есть провод ВК. А, провод есть? Где сейчас сами есть, серьезно? А, вот. Не, ну, блядь, ну должно не ноль показываться, а больше народа. У тебя не закрытый это перископ? Я не знаю. Я хуй знает, ты здесь настройки открыл. Я ни разу не запускал этот перископ. Я тоже. Ну, первый раз вообще перископлю. Спасибо. Он ничего не пишет даже в чат. Напиши что-нибудь в чат, пожалуйста. Он там есть, у нас один зритель. Вот здесь. Всего? Ну, просмотр. А, просмотр. У меня зритель. Написано, блядь. Блядь. Да. Блядь. Как их сделать, чтобы были? Короче говоря, он не будет отвечать по-русски и палиться. Очевидно, ему нужно это делать. Да, нормально. У нас трансляция идет, короче, да? Мы скинули ссылку какую-то. По-любому на эту трансляцию, но никого нету, почему? Не знаю, может люди еще не зашли, а вы куда скинули? В смысле, я уже стримлю минут 2-3. Ты уверен, что работает? Если неправильно, они скажут неправильно. Попробуйте кто-нибудь зайти в эту ссылку, ребят. И подсвечу ее туда. Все, все, убрал. Я других снимаю. У тебя, кстати, до сих пор пиво на... Да это понятно уже. Уже ничего не изменишь. Перекрась ее в рыжий. Да не, она постирается нормально. Меня больше всего смущает эта хуйня красная. Что это? Это водка эта, блядь, вишневая. Нет. И все на себя правильно. Не, ну пиво-то отмоется 100%. Да вот куда надо. Он, когда в Германию ездил, пробили на фотоаппарат, в смысле, на корпус его пиваса. Я имею в виду не просто. Хватит. Ребят, это фигня. Вот это фигня, что его никто не видит. Какая станция метро? Какая станция, какая тут? Поближе. Рядом здесь Синая, технологически Балтийская. Иди, да, короче, на Синую, можно ли? Влад? Пей. Я не буду. Короче, Никольский, собор, знает он где?
Никольский собор. Никольский собор, короче, мы у Никольского собора. Вот, другой момент. В смысле? Он не поддерживал тесный контакт в игре ни с кем из топовых корейцев. Вот это похоже на правду? Они из топовых русских. В очках вот крутят вот эти вот привет. Там то 11 тела, здесь 38. Нормально, сделаем. Когда? В Википедии как делал? Видел? Спросил на тем, где? Слева направо, первый ряд, да? Второй ряд, слева направо. Случайно из прохожих сделал это. Да я понял. Что случилось? И типа сказал, хорошо. Молодец. Нет, это официальная версия, которую все пользуются. Это букет Рейнбоу. Чего, блядь? Чего? Попробуй еще раз зайти. Да, давным-давно это было не так. Было, было, было. Когда он... Короче, играл примерно как... Ну, смотрите, ну, у них одинаковые столы, они играли на одном скине и играли примерно в одинаковую силу. И на эту ссылку. После того, как ушел Кукизи, да. Появился... Да, лучше был и то, и после. Нет, смотри, после того, как ушел Кукизи, появился Реймус с таким же скином, с таким же стилем игры и с таким же столом. Только его это... Только как это так? Ну, стимулировал. Во-первых, да, ну... Ну, запусти. Ебаный перископ, сука, как он работает, блядь? Хуйня какая-то ебаная, ты не то. А мы не ту ссылку можем скинуть? Зрители повтора 105, блядь, не то, наверное. Ну вот, блядь. Сука, не то... Копирую ссылку тут на живой перископ. О боже мой. Я смотрел диски и... Почему ты выпускаешь? Не похоже, что это aim correct. Ты можешь купить, спросить, как копировать ссылку на AOS, блядь, на перископ трансляцию. Кто этот долбоёб? Я спрашиваю, как копировать ссылку? Да. И вы недавно выставляете меня? Как скопировать... Короче, пусть ищет мое сложение. Честно, может, ответили что-нибудь? Не, никто не знает. Ну, все последние 100 скоро. Нет, в перископе можно по названию начислить? Да, кстати. Вот, Дэн присоединился. Дэн 5586998, короче. Ты из ОСУ группы. Если ты из ОСУ группы, поделись этой ссылкой в ОСУ группу, пожалуйста. Уже 2 просмотра, бля, ребят, пожалуйста, в ОСУ группу ссылку скиньте эту ебаную. Если вы из ОСУ группы. Да. Ну, бля, 2 просмотра, ну зрители. Напиши, короче. Скажи ник в перископе, я скину ссыль. Я не знаю. Блин, как можно, блядь. Ну как логинить? Веди, короче, типа ОСУ сходка, блядь. ОСУ сходка, я написал. Вот, найдите. Все, отличите. Не, мы сходку убрали, сходка просто. По-моему, нет. Да, мы ОСУ. Сначала нужно запустить трансляцию. Запущено. Вот, Дон. О, Амар! Амар! Все, Амар присоединился! Амар, пожалуйста, запости ссылку перископа в группу основную. И ты будешь вообще красавчиком, это мы, блядь. Ноги, да, это ноги. Амар, пожалуйста, в основную группу ссылку эту, на перископ. И ты будешь красавчиком. Вот, это я. Я уже пьяный. Амар сейчас все разберет. Смотри, это сам Руслан, да, который знакомый, который списывался там. Ебать, короче, меня Батя обрел. Еще я сам себя обрел. Вот это водка, это уже, а вот это уже пиво. Девокуп нашел. Идут. Это же Амар. Это же Амар. Да, это он. Все, пацаны, ребята, красавчики, вообще заебись. Короче, половина слилась. Осталось мало нас. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. У нас 16 человек осталось из 35. Я насчитал 18.
Все, я от имени группы запустил. Короче, вот, заебись, веб. Вот. Так, пища будет. Блять, сука, опять начинает эта хуйня. Я хуй знает, как показывать всех. Так, удалил или нет? Я что скопил? Пусть скажет, моя ссылка работает, когда я от имени группы. Короче, ссылка этого Стенвальда работает, которого он кинул. Яна боится всех. У него КС 3-й, 4-й. Если работает, то я просто удалю. Все, все, все. 10 и 3 с 3-м КС-ом покажут. Нет, ты тот пост можешь удалять. Дай кому-нибудь пизды, да не. Его нету в топе 250. Понимаешь, сколько? Чего? Ты определить, какую камеру включаешь. Я на себя включил. А теперь я на ту включил. А что они напустили? Наташа, как всегда, со своим серьезным лицом. Как будто недовольная. Она не недовольна. А почему ты его не мой защитник, что ли? Ну, он глупости говорит. В смысле глупости? Я больше ничего не скажу. Чем занимались? Да мы бухали. Да? Нет. Ну мы кушали, мы посидели, общались. Кто-то не пил, кто-то чай пил. Я бухал, например. Меня кто-то облил, например. Меня батя облил пивом. Батя там. И сейчас опять лайки пойдут. Что, и... Подожди, да смотрят. 14 человек. 14? Да. Бухать чаем? Нет. Ну подожди, сейчас народ набежит. Опять лайкают. Не, если я сейчас батю покажу, то, блядь, там начнется. Давай сразу разгон возьмем. Разгон? В смысле? Слушай, ну сходку удалась. Написано, снимай Наташу. Снимаем Наташу. Зачем? Она на самом деле другая. На стриме она совсем другая, а здесь вообще да, другая. На стриме, на стриме она более веселая, а здесь она какая-то вообще. Я могу, стрим, типа, я могу. У меня есть основания. Зачем я в кадре? Нет, я просто уставшая, я никуда не спала. Пусть все в кадре будут. Человек, который не спал. Так а что ты не спала? Я же лег спать, ты должна была спать. Так. Я перебился. А? Смотри, я взял специально для людей, которые не спали. На 2 литра. Да, по-моему, это пищи, которые люди не спали. Они очень вкусные. Трандуил устала. Наташа, ты беременна? Это дерьмо. На самом деле, лучше бы ты ей это... блядь, сука. Адреналин еще. Да, адреналин раш, блядь. И меня знают по нику на Twitch. Трандуил, да. А что не знать-то? Все, смотрим, нормально работает. Да, уже 24 человека. Ладно, Наташа goes за щек. Тут пишут Наташа goes за щек. Наташа goes за щек. Goes за щек, чё, блядь? Ладно, пойдем. Вот батя ваш любимый. Кто там? Адам Кюэс. Тут 24 человека уже. Вот диггер. С бородкой. Подожди! Я убрал от бати, поставил на фардикера, начались лайки. Лайки? Да, я сейчас опять на бате верну, сейчас лайки пойдут, короче. Поцелуй батю за меня написано. Ну, ты еще не столько, нет. Капу правит. Сейчас поцелую его, ребят. Батя просто не пьяный сейчас. Батя, мне заставить камеру, пожалуйста. Батя не пьяный. Кто самый топовый ранг? Ну, по... Ну, топовый ранг батя. Батя и я потом вот. Фаербург. Не, подожди, так хуёво. Так хуёво. Я сейчас так сделаю. Подожди. Сука. Я и вот батя. Я и батя. Я и батя. Я и батя. Ладно, фаербул. Сэрвер, фаербул, батя. То есть, в общем, кто-то. Флешлайт на уровне. Я не живой ник, но я сайн, блядь. Я топовый ранг. А Берлин зашел. Так, подожди, нет. Мы Ангелина обогнали. Да, мы тебя перегнали, не выебывайся. Чур, батя сверху написано. Так, надо вернуть назад. Ну раньше тогда да. То есть они все еще висят, вот. Ты неожиданно подвинул. Передай привет всем от меня. Всем привет от Вити. Акинатори который. О, Акинатори, привет. Такос. Витечка, привет.
Привет, как дела? На переднем планом. А каким еще? Поближе давай, здесь. Ну смотри, задним фоном. В смысле, Витя тебя не любит? А что ты прячешься? Салам, пацаны, чё, кого? Живого я и не обогнал Рози. Ну да, в принципе, ну скоро перегонишь, потому что я в инактиве. Вы анимешники, да, мы анимешники, блядь? Подожди, надо передать привет кое-кому. Сейчас, погоди секунду. Вот, все, давай, передавай. К кому? Маша котику. Маша котик, она знает. От меня и Лалупера. Мы ей звоним сейчас просто. Я думаю, на перископ она, этот не смотрит. Ну потом посмотрим. Не возьмет, да? Ой. Так всегда. И Бас, как обычно, прячется сзади, блядь. Сзади перископа. Я читаю чат. Ну понятно. Яна тоже стесняется, все прячется. Вот, она опять застеснялась. Чтобы не платить за всех, чтобы... Так. А где твоя Тян? Ушла. Если а что она такая? А куда она ушла? А, понял. Все, я понял. Я опять мимо бати прошел и лайки пошли. Ну что за хуйня? Блядь, я опять батю показываю лайки. От бати ухожу, нету ничего. Где Тянки? Тянки все здесь. Я тут одна Тянка, еще и Яна есть. Яна тут. Маша ушла. А четвертая была, а где она? А что Маша ушла, не возвращалась? Маша? А, да, точно, все, вспомнил. Бля, ну спасибо. Куда ушла Маша? Маша пошла домой, уехала точнее. Кстати, привет, Ваган, Ваган с нами, ребят, блядь, он с этим. Ваганыч! Йоу, мы все здесь. Я подумал, ты сказал, типа, он на трансляции. Ой, да у нас тут, не, у нас он тут, я имел в виду. Я имел в виду, у нас тут вообще, у нас тут, а не на трансляции. Ваганыч, Ваганыч дома уже смотрит перископ вместе с вами. Где Ваган? Не вижу. Ради вас я сделал твиттер, нихуя себе. В кустах. Блядь, сейчас найду кусты, короче, скажу, где он, блядь. Ваган, короче, где-то там в кустах срет, блядь. В чате вагон. Там вон девчонки рофлят. Сними девчонки. Они, короче, рофлят надо мной, то что я крикнул, что ваган срет где-то в кустах. Рофлят. А где все школьники? На меня подпиши. Не, в школьники. Вот школьник здесь. Я тоже школьник. Вот школьник. Зигу кидает. Вот школьник. Это 70 коммустер школьник. Вас ты, блядь, да потому что половина свалила ваган. После тебя еще, блядь, дохуя человек ушло. А это Red Switch. Да, ККК свалил. Нет, только Red Switch собственной персоной. Ты достал. Что такой популярный, ты этот идиот достал. Нет, он достал, сейчас достал. Привет всем, что-то не прочитал. Батя, батя здесь. Ебать, он тут это дрифтит, блядь. Давай еще раз. Смотри, Вася, давай, блин, разгоняйся. Сейчас он завернёт. Приезжайте ко мне, блядь. Давай. Коп, приезжайте, блядь, я бухаю вообще. Сейчас я снимаю. Где что, я снимаю его. Пацан выёбывается, короче. Все ему хлопают, нахуй ему хлопают. Что, блядь, у вас за туса? У нас вообще-то здесь сходка питерская, вот хоть батя! Показывай, дай мне посмотреть чат, блядь. Вот батя, блядь! Ладно, я сделаю... Я покажу, вот я сделаю так, вот батя, блядь! Сука, и чё, вас здесь? Дай чат посмотреть. Фаербул. Да вон, ура, батя, блядь! Опять лайкают, фоткают нас. Фоткают? Блядь, ебать, сколько человек-то уже? 40. Блядь, сука. 45, охуеть. Маша водку допила. Да мы вообще все вместе допили да, водку. Мы в игру играли, так что да. Водка кончилась быстро. Все, до, все допито. Сука, вас надо троих. Нас нужно троих. Вот, да, что там делать? Вот, все, водка. Ведущий бэдлосс у вас. Да, конечно. А что мы можем сделать, блядь? Водка кал. Да не, водка заебись. Люблю батю. Ром к 99.
смотри. Конечно, ведущий быдло, потому что больше некому вести. Все просто подустали, поэтому мы, блядь, мы ходим, считай, целый день, и серьезно, просто все заебались. Я вот лично ноги устали, хотя я часто гуляю. У Баси футболка с шортом, блядь, пиздец считается. У тебя футболка с шортами пиздец считается, человек. Смотрите, я вообще вас понимаю. Так хуй знает, какой-то парень. Я хуй знает вообще, кто чё. Ну, это пока, блядь, сука. Ну, это пока не имею лучше джуза, типа, который все время каждые 5 секунд, блядь. Ты тоже делаешь. Да? Да. Ну, блядь, потому что я уже выпил, блядь. Батя не уважает скин-каму, и дайте ему подзатыльник. Я ему водочкой дал. Атаквару сказал. Это еще просили с того самого. Нет, это какой-то девакап. Девакап. А, девакап. Песос, блядь, я пропустил то сообщение. Блядь. Ну это я поприкол на самом деле, бляку. Ты как бы. Ты, ладно, я получается вижу. Я поправил. Конечно, блядь, быдло с пивом и батя. Конечно, батя лайкает. Да, давай батя будет с пивом. А теперь батя с пивом. Ну, где лайки? Да вон. Сука, школьник гоняет здесь на машине. Мультитрак дрифтинг. Где Давакап? Давакап в чате. Привет из столицы Казахстана, мир вам. Привет, Казахстан, вам тоже мир. Не зовите меня по фамилии. А не будем, ну, блядь. Просто мы видим Кувезин в чате, мы называем Кувезин. Хорошо, Амберлин. 56к помойка пишет. У нас здесь все такие. У нас тут, да, у нас тут три чувака, у которых 1000 ранг, и все, больше нет ни у кого. Остальные все... Ну ладно, я верну назад. Сейчас. Да, блядь, повернусь. Сука, повернись, блядь. Хочешь, но... Нажмите два, чтобы остановить. Чё? Нет, два. Во. Не, вот сюда. Вот. Не, подожди. Да вот, там нажимается. А, я понял. Нет, это остальные страны. А, блядь, нихуя. Блин, я понял. Ваганыч, стоп, Ваганыч уехал домой. Ваган уже смотрит эту трансляцию. Опять, блядь, шок, батя курит. Сука. Я мультитрак дрифтинг просто во все поля. Нелли, привет. Привет, Нелли. Нелли кто это? Не знаю. Здорово, лол. Это, наверное, Нейл Перрин. Нет, не он. Здорово. Да, смотри, ты же дрифтинг, да? Нас смотрит 53 человека. Нет, бля, ребят, сейчас я отойду от всех, потому что я бутылку пива выкидываю в мусорку, как культурный питерский человек. Вот. Все здесь. Мы в парке. Кстати, блядь. Екатерин... Как называется этот парк? Я хуй знаю, как парк называется, но это, блядь, Никольский собор. Не то снимай, не то. Смотри, не, поехали. Это хуйня. Ах, этот звук. Как пиво выкидывается в мусорку, что ли? Что-то светло, ну конечно светло. Да время-то. Время еще 8 часов вечера. Питер. Так, надо покурить. Ну, все думают, что я быдло, но да что поделаешь. Шиваси крутой, бля, кому уебало разбить за Шиваси? У меня уже ночь глухая, ну потому что ты же в Казахстане, а мы в Питере. Что я КТБ даун? Если что, я КТБ даун. КТБ даун здесь много. Ну да, кстати, на удивление КТБ много. Да. Дай батя телефон. Что за хуйня? Дай батя телефон. Привет, Аквариус. Ну, блядь, батя не будет ходить с телефоном, потому что он общается. Вон. Батя, вон. Батя Альфа. Я с ним попал. Где лайки, блядь, батю уже снимаю. КТБ, бля, поехали. Блядь, батя просит, чтобы его больше не снимали. Свободное время. Батя, сука! Батя, я только увел от тебя, уже лайки ставят. За Шавасию едва стреляю в упор. Спасибо. Где Диггер? Диггер вот здесь. Они обсуждают стримы и маппинг. Да, Диггер опять что-то обсуждает. Знаешь, где начинаются жесткие стримы на Крайтан или Спейс? Да. Пиздец, хоть вот там, обсуждают, которые... блядь, нихуя непонятно. Это сказал МБАС 25 тысяч ранг, блядь. Ну реально. Не, там понятно, конечно, там все... О-о-о! Какой-то школьник, блядь. Он лучший просто. Смотри, не нажми случайно. Да я сам нажимаю. Батя, тебе привет передали. Да хорошо. Хватит, блядь. Да заебали. Снимай его лицо. Что так перестал? Я понимаю, но хватит меня снимать. Все, я снимай его лицо. Все, я больше его снимать не буду. Секьюрити. Все, хватит. Наташа, ты уже поняла. И посадите на бутылку, тьфу. Кого посадить на бутылку? Диггера, я так понимаю. Скотч, Тендерлин. Все стесняются. Короче, батя закрывает. За девочкой прячется. Короче, Наташа Кода закрывает батю. Трахнул бы школьника, нет, а конечно. Кто здесь? Не, нельзя. Я меч. Нельзя. Короче, нихуя не интересно.
здесь тем более интересно. Вот этому человеку вообще скучно, потому что с ним никто не общается. Да нет, все нормально, все в теме. Это у нас Аргент. Через О. Орген? Аргон. Аргон, вот, Аргон. Его никто не знает, потому что он ноунейм. Ага, Ваган, все с тобой ясно. Батя не уважает скинкаму, и батя говнюк. Все нормально. Что сказал? Забанили. Подожди, отличный скотч. Смотри, тебе передает привет ММ Ксилк. Привет. Тебя кто-то знает. Это конечно. Не, ну меня на 20 каранге никто не знал, так все, я видел. Шавася разошелся. Шавася, потому что бухнул пиво, потом водку, потом опять пиво. Конечно, я разошелся, блядь. И просто он как дома себя чувствует. Это, короче, друг Зуфера 1337. Он тоже поначалу стеснялся, а теперь он разговорился, потому что он тоже водку бухнул. Я тоже стесняюсь. Но он до сих пор стесняется. Надо было тоже. Покажи брейк бро. Какой брейк бро? Тут нету брейк бро. Кто это такой? А может, ты был, но ушел. Там много кто ушли, каких-то наемников, которых мы не знаем. Кукизи, я, блядь. В мечтах. Ну, что ты там написал? Номер один в мечтах написал? Да. 1337. Что, нам лайки ставят? Да, когда лайки ставят. Там и народу дофига. Ебать, 66 человек. 66 человек, это потому что меня засветили. Да. Водка заходит, охуенная водка. Это, на самом деле охуенная водка, зря мы не попили ее раньше, на самом деле, Ваган. Надо было сразу просто... На да, сосок. Надо было сразу водку. Понимаете, он уже задолбался сосок показывать. Хватит сосок, упасть. Сосок, это кодовое название? Забайтите батю на сосок. Не, сосок батя больше не будет показывать. Я думал, все осеры школьники. Кстати, школьников тут сколько всего? Два? Один был? Два школьника сейчас с нами. Один ушел. Да? Нет, я. Раз. Ну ты здесь. Школе? Да. А третий там был в школе. Лет. Ну и что, я не знаю, у меня. Нет, нет, третий-то вот он, эмбас, школьник. Все, нас здесь все трое. Тут три школьника только. Но если что, они не пьют. Да. Я пью вообще-то. Ну, я немного. Чего, кроме бати, я пропустил? А ты, блядь, снимал арестанция песос? Забайте стенель нахуй. Нет, хуй. Что я снимал, хуило? Ты не что я снимал, блядь? Ты не приехал в Москву, не приехал в Питер. Сука, все. Надо, короче, включить меня. Так проще будет. Вот. Да, и, конечно, он приедет из своего Мухосранска. Надо было собирать стрим на билет из Улан-Удэ. Почему я хуил опять, блядь? Я тебе еще по дороге звал пить. Ну, блядь, ну извини, пожалуйста, я не думал, что такая охуенная водка. Сейчас, подожди, смотри. Я в мусорку кидаю, блядь, сигарету, потому что я культурный человек, блядь. Вот мое пиво лежит. Все. Бля, я сать хочу, пиздец. Давай мне. Пошли, пишу с телефона, пошли. Смотрю с компуна. Стрим санья. Какого санья, блядь? Ты а что, этого делали Маришу? Да пошли вы в жопу, блядь. Я в туалет хочу, не надо меня снимать, блядь. Надо. Нет, иди нафиг. Давай, иди. Кого? Да я не пойду. Соски достаточно, блядь. Давай, я не пойду. Давай, давай, иди. За мной ты не надо идти. А я не иду за тобой. Там был, вон там, смотри, бля, там же толкан, но он... Редкий кадр. Батя делает в атаку диггеру. Сделай фотку, как ты... Вот так, вот, да-да-да. А я пошел в туалет. Как фотографировать? Никак, это трансляция. Делайте, короче, скрины, ребят, надо. Диггеру делают аватарку. Все. Все, кончилось. И лойсы сразу пошли опять на батю. Остались только самые лучшие. На орех. На какой орех? Чего вы несете? Какой орех? Они говорят, на орех сфокусируйся. Что такое орех? Жопа. Это жопа. На бате на орех, окей. Только без палец на вниз. Я фоткаю Валупера. Для Машки. Витамину в перископе тренил. Самед подрубил. До свидания. Зовите Самеда, чтобы он стримил перископ наш. Это что такое? Девакуб. А, Девакуб это тот, которого не звали, да? Я помню. Его звали. Звали, он приехал. В Минске живет. Дайте мне коробку. Как ты спинил? Берешь, короче, крутил. Берешь Моник и крутишь Моник. Спроси у бати. Чего? Батя, ау. Читай. Че? Спроси у бати, Маша ко мне приехала или нет. Да я знаю. Тебе Маша не ответила?
Это не та Маша, 100%. Я знаю, но тебе... Улита айфон, что ли? Я говорю, кстати, они... Кстати, про ту... Не, это Мейзу, братан. Смотри. Стой, стой, стой. Смотри, вот, видишь, 1337. Там билетики счастливые там. Но это Мейзу. М1. Не, мы не делаем сюда. Тут перископ вообще. Где Вася? Да я задолбался вернуть. О, блядь. Холодно становится. Сыт, наверное, сейчас. Опять лайки, лайки, сейчас пойду. На небось расходиться надо. Ну так бы, я так тоже считаю. Ну как бы, чуть-чуть посидим. Я вообще думаю, нужно ребята... Спроси у бати, почему он не уважает скин кому. Че, нас смотрят 50 человек? Нет, это М1. У нас смотрит 50 человек, а пишет комменты только 3. Это вьюботы. Культурный, блядь, человек. Блядь. Сейчас объясню, вьюботы, потому что нет, Джузу был на московской сходке, ребят, все нормально. А с компанией нельзя писать комментарии. Ну, а при этом ну, с компанией. А я не понял, как вообще звонить с компанией. А, не, я понял. Просмотр. А, ну ладно. А почему нельзя писать комментарии? Ну не грузите, парни. Че? Почему нельзя писать комментарии? Они форсят свое приложение мобильное. Да. Вот таким образом. Это так же, как почему Инстаграма нет. Ну, как кто там больше всех людей? Никитич, 168 сердечек. Они форсят вот... Роман, 1477 сердечек. Таргет, я не знаю. Дон Фапомар. Амар, 1300 сердечек. Как тебе это? Что такое? Молодцы, кто больше, тот молодец. Давайте. Фармим. Фармим, ребят, как пипи надо. Сколько пипи, столько сердечек от вас. Батя, дай модерку. Что пишет? Имбас. Не, имбас. А МВВ нукс. Да. Блять, я его забаню. Забаню. Давайте, нажимайте лайкосы. Вот батя вам, чтобы легче было. Ну что ты делаешь? Я не знаю, я пытаюсь напичу. Я так устал. Ваган, дай с тебя 10к сердечек. Почему Ваган на 100 делиешь, тебе говорил? Типа. У Вагана уже 10к? В общем, я сам предлагаю. Зеню! 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 Потому что сказал то, чтобы они на аватарке сосут, он играл. Кода, дай модерку. I'm Pev Noobs. Я не знаю, кто это. Я подумаю, но денег. Ты написал, кто ты, а то тебя не знают. Это же, блядь. Или знают? Дизодор. Почему? I'm Pev Noobs. Что Дизодор? А, ну все. Дизодор. Кстати, а чего Дизодор не пришел? Мань топа. Мань топа. Ну ладно, я просто так говорю, на самом деле он заболел. Да. Но он в Питере? Нет, он в Питере. А он не приехал? Нет, это, то есть, да. Он же. Нет, в этом-то как раз смысл, что ему не просто прийти из города, ему надо в Москве было. Он купил билеты, а потом сдал билеты. Вот. Yes. Обидно, очень обидно. Я хотел с Дизоном попросить. Дэв, кстати, считерил на Рипле. Ну, блин, шок-контент. Не, шок. Ты на Рипле? Говорил, а? Как бы своим знакомым, ты на Рипле, нахера? Какая разница, он просто решил... Не-не-не. И после... потом будет опять создавать новый. Нахуя вообще? Ты сказал, что он забанит? Не, короче, забей. Общем, а зачем тогда? Давай. Объясняю. Блин, это, ребята, тривиально. Он на Ripple с помощью Ripple кода загрузил несколько своих легитных скоров с официального сервера. Согласитесь, в этом есть смысл даже. Нет. Нет. Он их не поставил. Он их поставил на ОС официальном. Он просто перенес свои... Ну и чё, переиграл бы. Нет, вы про то, что это не легита, я согласен, не легита. Всё. И вот он написал на себя репорт. Он признался в этом и попал в рестрикт на Рипле. Короче, странно. К нему больше претензий нету. Что за хуйня? Ему мало было. Ну, а нет, ну, его же за это же забанили. Не последние, последние недели пошел на легитность. Его и не запилят. Он же так и писал в своем посте в Доброрубе, что он иногда страдает аутизмом головного мозга. Вроде, блин, нормальный парень, такую фигню иногда творит. Не, вообще нет. Дизодор супер крутой парень. Просто он иногда ему то же самое про нескольких других. Ну, то есть, понимаете, сейчас... Я не знаю, мне вот лично жалко бы свой аккаунт был на так сливать. У него был хороший аккаунт, нормально взял. А, ты про на обычном мосте? Да я про обычный, и вот сейчас и на Рипле тоже. Он же тебе, он же писал пост, где говорил... Да я видел этот большой пост, где типа... Кто-то мне сказал, что там что-то из этого рофл на самом деле. Все осеры страдают этой болезнью, ну, не знаю. Что за пост? Можно вкратце, пожалуйста? Ой, там пост, где он рассказал, что типа... Как он читерил? Я все. Могу сказать, что да. Я... Знаешь, вот как типичные реддитовские посты. Где типичные реддитовские посты. И потом я создал себе второй аккаунт и думал, что начну с чистого листа, но, как вы понимаете, это не произошло, потому что я сосал, потому что я типа лох, который играет как 20к, и поэтому я снова читерил, все такое, и все такое. В общем, он там типа забанился. То есть, типа, он просто рассказал... что на самом деле, то есть это все равно пост довольно достойный в смысле того, что типа многие и после бана не признают, типа там привет Кирита и все такое. А что такое? Сколько было сейчас случаев, вот это еще рофл многих ребят, которые
Так, сейчас надо, чтобы кто-то пришел. Какой, не знаю. Про 200 кп скоро Эльдара. Да, он надоел. Вот, кстати, сейчас приедет, или не приедет, так. Или они уехали. Короче, это, говорю, сюда должен был прийти парень, который с этим Эльдаром общался. Суть в том, что он... Это вот парень, да? Это сейчас сопряжение. Он сказал, что типа... Сейчас. 240 на... Как? Midnight Age. Ты знаешь. Найс скор. Вот, короче, скрыть, он поставил 240, это скрыть, 94, а? Окей, да? Это было новый топ. Да, ну все, сейчас. Ребят, скиньте ссылку, пожалуйста, мы опять что-то сломали просто. А сломай ссылку или что? Не знаю, там что-то... Я держал вот так, он вырубился сам просто, перископ. Я не знаю, из-за чего. Мне кажется, ссылка такая же. Короче, тире. Слушай, ты в том, что... Кто сейчас смотрит, скиньте, пожалуйста, ссылку. Ссылку. Группу, потому что мы не знаем, как с этого телефона копировать ссылку. Вообще не знаю. А, плюс еще Дивокуб там кидал ссылку на твой аккаунт прям напрямой. Да. Что, фонтан? Он опять это сломал. Так, где Вася? Вася умер, что ли? Да, мы... Он, наверное, там упал, упал головой об угол туалета и умер. Держи. Телефон заботишься? Да, ДТФД. Короче, суть в том, что... Вот эти ходы, они прям сейчас вы всем поверили, но... Чтобы оператор побольше. Короче, я... А что, чувак, с дрэнами тоже ушел? Я могу. Он скоро вернется, скорее всего. Я здесь. Да не чувак с дредами. Вот, тема в том, что кто-то оставил фото, что типа скоро Эльдар расчесал, и я кинул в комменты скрин переписки. И Эльдар сам написал, типа, бля, у меня Midnight Age расчесал. Ой, можно я попадусь, можно я попадусь? А там Мика... О, зритель. О, это Машка пришла. Ну, пойди завтра. Короче, суть в том, что после этого он сам пошел, сознался. И скорый почистил. Я оператор. Я говорил после группы, да? То, что, типа, это Легис, ля-ля-ля. Чё, как? Всё нормально. Я на оператор. Ребят, вы зашли через ссылку Дивокуба, так? А там чё, о, Машка, что ли? Машка, да. О, мальчик, кукусики. Пусть напишите, пожалуйста, вы зашли через ссылку Дивокуба, то есть, которую он в комментариях оставил. Маша, добавь меня в ВК. Забывай, что у тебя получилось в этой переписке с рекордом на Reddit его забанить. Я не говорю про саппорт, я говорю про Эльдара. Гегу-пута. Эльдар вообще молоток, хороший скорость. Я не знаю, кого снимать, кого снимать. Я имею в виду, что... Снимай туда, не надо меня, я сейчас говорю про то, что ты сказал про Сралхалка. И вот как раз эта ситуация наглядно показывает, что я это... Я позже в суд, да, вроде так зрители. Он пытался об этом писать в саппорту и жил... Чё, Амар, как оно? Вот, например, у меня, смотри, сейчас я расскажу. Короче, мы с челом из конфы решили... Чего? Мы не очень любим Рустан, не очень любим Протов, ну как бы, не прям с неприязнью, как бы просто... Нам, ладно, нам было делать нехуй, и мне скинули чит. Чё, заходит? Да, заходит. Всё, нормально. Вот, мы хотели... Окей, я на оператор. Какая менюшка, где, блядь, покупаешь? Как надоест тогда. Окей. Ой, а им корректно, я хочу удать. На планшетах не работает. Кто это? Там она вообще работает. Что кто? Тут спрашивают, кто это? Где Эйс? Где, ребята? Вы про кого? Кто говорит? А, это Яна! Рабитулин! Кажется, себя. Нет. Лучше пусть напишут, они по ссылке... Пусть они скопируют ссылку, которая работает. Сюда прям, чтобы я сравнил. Скопируйте прям сюда ссылку, по которой вы зашли. Прям вот сюда, в чат. Пишите эту ссылку, по которой вы зашли. Пожалуйста. Да. Ну, я как бы перед этим как бы на рифу, потому что пальш ставить, сертификаты, прочее. Трой оператор. Я запомнил из аккаунта. Звать мне не взял. Нормально. И я не пересрался. В общем, да, вот я хуйня набухал. Он шалась себе возвращается. О, оператор возвращается. Тебя подожди. Все потеряли. Передай привет. Да все, привет. Я передам. Напишите ссылку, по которой вы зашли. Мне лень. Бля, ну скопируйте и ставьте. Я играл мапу, я играл мапу. Можешь мне лучше вставить. Почему трансляция вырубила? Сейчас я не читал. Заново начали. Я держал их как изи, очень мало воинов, да? Не, вырубился. И даже ноу-модом можно перебить. Чувася вернулся, бля. С возвращением. Мне было сложно, я тогда помню, когда еще начал где-то второй, третий писать. Ссылку взял, убил, и все. Как бы я сам... Сложная ссылка, ну ладно, турура. Турура. С облегчением тебя.
где один смотри, мисс... Смотри, 1337 мне сделал, короче, зуфер. Он, короче, сбил мне сигарету, блядь. Ну, смотри. Я сначала что я на этой мапе 10 тысяч. Я пошел пишу. Я люблю почитать чат. Я люблю читать чат. Давай. Так, оп, стоп. Чмок всех в пузико. Тебя тоже чмок в пузико, Маша. Да, тебя тоже чмок в пузико. Всех чмок в пузико от Sky и Fox, короче. От Машки. Это которая с нами была. Я не надо меня снимать, я не буду рассказывать. Все, я снимаю их. Да, вот. Снимай, давай я рассказываю. Лучше. Ну, рассказывай. Про суперкомпенсацию? Да. Да, а про что еще? Ты уже рассказал? Давай уже рассказывай. Отстаньте от меня. Не блядь. Тебя засняли. Ну, это период такой тренировки. Тебя засняли. Первый лайк для бати нет, обидно. Ну, ты ебашишь, ебашишь? Больше лайки были на бати. Смотри, Вась, смотри, смотри. И чё? Ну, у тебя, типа, скилл то растёт, то падает, короче. Лолупер хуй, блядь. Это, короче, как ты играешь в жизни, блядь. Сначала ты играешь стабильно, потом у тебя высокий скачок вверх, типа ты охуенно играешь, а потом у тебя резкий спад. И даже тебе какой-то пидор наступает, блядь, на твою линию жизни. На твой скилл. Да, на твой скилл. И ты хуёво играешь, блядь. Ну это выставляет меня дауном. Тебя какой-то придурок говорит, что ты не уважаешь скин каму, и ты, короче... Я на боку, блядь, заебал. Да, ну... А чё его уважать? Ужасный скин? Слишком яркий и неудобный слайдер и так далее. Скин каму? Да? Это скин Кукизи первый. Старый, да? Да говно, конечно, скин, блядь. Я не знаю, чё уважать. Всех чмок в пузик. Зачем вообще скины уважать? Короче, всех чмок в пузик, а в батю дважды. Тю-тю. Мило. А, Аквариус тебе пишет, что ты гад, и ты не уважаешь скинка мой. Ну ладно, Эльдар, отстань. Батя мне модурку обещал. Кто сказал? Не увидел. Skydiver Fox. Если это Баша, то забань. Заебал. Блять, мне опять к мусорке придется идти. Друти-ти-ти. Короче, сбоку будет пижи. Это сколько нас осталось? Опять имбас сюда идет, чат, чтобы посчитать. Да, бля, давай. Я тоже люблю чат посчитать, опять мало народа. Потискал Наташу от меня, а мне не обещал. Не понял. Короче. Как бы сказать. Да. Сейчас я переведу камеру. Что пишет? Смотри. Шо, Вася и Наташа. Привет. Сейчас я начну пинать. Смотри. Ты помнишь же Skyfox, которая с нами была? Да. Смотри. Она сказала, чтоб я тебя пощупал от нее. Она убегает. К сожалению, я пощупать не смогу. Наконец-то я сел, блядь. Как же я заебал. Да он не Смаила уже. Нет, он мне пощупать от ее, типа, лица. Не надо меня щупать, блядь. Я не гей, блядь. Ай, ты не так сказала? А что ты сказала? Вот Наташа. Как ее щупать? Потискать? Вот, потискать. Видишь, ее не надо тискать, она стесняется, а? Балтийская технологическая. Я тебя провожу. Мы сейчас будем. Подожди, вы уходите прямо сейчас? Не, ну я не знаю. Ну что, ты когда пойдешь? Ну, блядь, я еще здесь могу остаться просто. Сейчас просто все расходиться начнем. Сейчас эти пойдут на... Тогда Янышку пощупать. От Sky, блядь, я не могу. Skydiver Fox, ты же ее помнишь. Она слабая и не сможет сопротивляться. Блять. Хорошо, Амар, я тебя пощупаю, если ты приедешь когда-нибудь в Питер. Стой, я в мусорку выкинуть, как бы. Я в мусорку выкину. Я, блядь, понимаю. О, камеру на батя. Да батя уже, блядь, все. Не хочет. Привет, Яна. Ответьте привет тебе. Смотри, я ее щупаю. Нет. А вот теперь я Наташу покажи щупаю. Имбасы уже. Вот я батю щупаю. Вот имбаса я щупаю. Потом появится такая виртуальная реальность, ты как. Бухой батя, лучший батя. Он не бухой. Он пиздит, он на самом деле выпил дохуя.
она тоже пиздит. Батя забанил. Почему батя затроллил? Батя забанил. Я не батя забанил. О, культовая личность. Вы вейперы? Какие вейперы? Мы, блядь, сигареты курим. Дотеры? Да нет, не дотеры. Эти батя, блядь, в камере. Вы так мечтали батю, вот вам батю. Хватит батю, пожалуйста. Батя заебался. Да, вы заебали батю, серьезно. Вот Наташа его. Пока не забанен. А ну, неймов не снимаешь? А на гироскутерах, блядь, чё, блядь? На гироскутерах катаетесь? Нет, это же был делириум, а гироскутер у нас нету. Бате привет передай, тебе привет от Smile Fox. Еще раз. Продам гараж, блядь, вы заебались с моими сиськами, нахуй. За скин каму я ему еще припомню, понял? А кто такой Аквариус 21? А, Аквариус, да. Какая? Что если поставить... Нет, взять в скин, короче, вместо обычного круга поставить сосок. Сука, бля, только не мой, блядь! Это мерзко, сука! Да ладно, после скина Вагана с падающими членами, мне кажется, уже... Дальше да, я... Да, кстати, Аквариус — это Эльдар. Я знаю, что это Эльдар, я знаю. Ну все, дай ему пизды потом. Ему дать пизды? Да. Аксайусу? Будем с тобой поговорить, да. Типа худший игрок пишет. Кто? Ну, Аквариус. Ну, хуй знает. Ну, про себя или про кого? Про батю? Ну, может быть, про себя. Все, я уже падаю. Спать, что хочешь? Да что-то рубит. Я согласен, что вот реально устал. Спина побаливает уже. Нет, спина не болит. Да хуя же, чего вы устали-то, бля? Как сделал я? Мы-то не пьем пиво с энергетикой. Ну, ладно. А? Я нашел что-то спиннера. И смотка. Мне кажется, нужно поснимать их умные диалоги, просто вот так положить камеру рядом с ними, и все. Они что-то требуются, я не могу. И я говорю, поговорите за жизнь. Сфоткать? Сфоткать. А, сфоткать. Сфоткать. Блять, сука. Хуя глухомань. Батя слишком топ для меня, понятно. Че? Батин, а, ладно. Батин сосок не очень сфоткан. Надо пропускать сообщения про Батина эти. Да, как короче. Реально надо пропускать сообщения. Слишком много про тебя пишут. Кому ну, все, ну, уже... Остается Шавасин. Ну, блядь, ну, блядь, ну сука. Мы уже наскучили. Да, да вы заебали уже мем, блядь. Короче, Наташа и Яна вместе. Бедная Наташа, ее просто папарацци сегодня целый день. Зато в Москве не помню. Вот этот чувак, короче, далеко от всех сидит. Ему пиздец как скучно. И он боится всех. Он самый стесняшный здесь. Туса была в одном месте. Бля. Шавася, покажи сисечки, скин, осечку. Что за осечку? Осечку? В смысле осечку? Еще хуй знает, сисечки, скин, главное. Короче, осечку, чё? Короче, осечку в ЛС, а сисечки в основной. Шавася, 50 минут закончит трансляцию. Шавася. Через полчаса, что ли? Карлин? Да. Не, я никогда не пил. Даже полчаса постримить максимум. Хорошо. А, нет, до 50 минут. Хорошо. Шавася не знает ICQ. ICQ я знаю. Мой ICQ 20, блядь. Школота, да, я школота, блядь. Я быдло, нахуй. Сука. Быдло. Меня быдлом называют здесь, я поэтому быдло. Кто себя называет? Да хуй знает, кто-то. Кто-то называет меня быдло. Может, я со стороны реально выгляжу как быдло. Я быдло? Нигер. Все, все. Я быдло. Наташа, последнее слово. Да. Все понятно. Я ухожу отсюда, блядь. Все, пока, ребят. Я с телефоном ухожу. Ладно, шучу. Нет, не уйду, конечно. Не мой телефон. О, сюрприз. У меня фуртелла осталась. Сейчас захаваю. Это круто. Вот диггер. Че ты мне? Я хотел чат почитать. Чат? Там, кстати, бороду диггера просил. Я снимал уже миллион раз. Короче, батя на фоне ноунейма. Подожди, я не могу считать. Диггер, спроси диггера, почему он не замотил мою мапу. А кто пишет? Я не увидел кто. Мобилу отжал и ушел копать. Диггер доволен? Трубыдло, да, блядь, трубыдло. О, видит 13.37. А, это видит 14.37. Можно взять тоже. Да, это Акинатолий, наверное. Акинатолий, нормально. Да. О, лойсы. Лойсы, потому что диггера снимают. Вон и парнат.
Ой, блядь, диггер. Батю снимаю. Не, я думаю, что меня снимаешь. Короче, сейчас все расходиться будут. У вас есть последние возможности задать вопросы всем вот здесь вот. Последние возможности. Вы педики, блядь, последний вопрос. Отличный вопрос. Да, конечно, блядь. Вы только догадались, что тут две девушки. Ну, какие вопросы? Так, пока. Все. Кто уходит? Давай, я пойду. Извини. Всем пока, спасибо за сходку. Было пока, спасибо, что пришел. Надеюсь, еще увидимся. Да. Самый вежливый оператор на свете. За всеми прощаюсь, как не знаю кто, как последний раз. Вопрос к Яночке, ты пирожочек? Блин, найс вопрос, сейчас бы пофапать. Сейчас бы последний вопрос задать, ты пирожочек. Да. Яна, тебе вопрос, ты пирожочек? Нет. Нет, так нет. Ну, это был ответ на вопрос. Бля, я опять к мусорке иду, ребят. Сколько жертв у всех можно было мобил отжать? Бля, я никого не ожидал. Диггер, как считаешь, норм сколько пошла? Он с перископом разговаривает. Диггер, тебе вопрос. Как ты думаешь, сходка нормально прошла? Мне кажется, да. Мне кажется, было неплохо. А что ты снимаешь? Было охуенно. Потому что, блядь, не лень переключать. Это значит, хорошо было. Хорошо, то есть мы явно нормально провели время. То есть культурная программа, которая отсутствовала, она, в принципе, удалась. Мы погуляли, а потом посидели. Причем как бы все разделились на какие-то небольшие группы, но все хорошо внутри них общались, меняясь участниками. В общем, заебись было. Ну тут не дополнить. Короче, батя, ты не обижаешься на аква... Блять. Нет, мне похуй. Я понимаю, что он кого? Ну вот, все. Ой, извини. На Ильдара. Так, я на пирожочек. Да, Ильдар. Она. Да. Мы играли в «Я никогда не». Да, мы играли. Да, мы играли. Я... Как он? Гадом на солнечный уже скинул. Что ты будешь пить на Парнасе? Заранее. Блять. Пиво. Какое пиво? Короче, Фокс, посмотри на меня, я пьяный в другой или нет? Если есть возможность, дубовый шмель. Это все из-за того, что мы играли в эту игру, ебаные. Дубовый шмель. Дубовый шмель. Он все время проигрывал. И обруч. Например, кто не показывал сосок, я не пил. Это хмельное, да? Да, кстати. Ты, кстати, когда уехал, я еще пиво пил. Короче, Станмарк лучший. Да. Извините, хороший пиво. Где он? Вот он. Ебать, он посылал прям в камеру. Ебать, я никогда не... Шавася, покажи сисечки. Опять? Так надоели, ребят. Харе форсить. Хватит, ребят. Все, соски запрещены. Зачем? Подожди. Да, сейчас с мои соски в основной группе, блядь, на стенке. Я бы забанил за такое. С тебя в ЛС какая-то усечка, хуй знает, что написала, не понял. У меня спрашивать нечего. Подожди, интервью у Станвальда. У меня спрашивать нечего, ребят. Ну, блядь, давайте интервью. Я скучный. Очкастый. Да. История с бати повторяется. А что повторяется? Куда? Сосок Шавася, блядь. Хэштег сосок Шавася. Нет, тогда форсите хэштег «Не удаляйте сосок Шавася», я его не удалю. Подождите. Не, не удаляйте сосок Шавася, и Шавася станет одной основной группы. Да, лучше было сосок ККК, блин, он, наверное, большой. Сосок ККК. Так там ушки есть, а ушек хватит. Органы и банки тоже. Не так. Будущее звезда. Смотрите, вот этот пацан, короче, блядь, извините, ребята. Блядь, извини. Короче, вот этот пацан хотел свалить, но он до сих пор не свалил. Да, я покажу, чувак. Прогоняйте меня? Да. Так. Извини, извини. Кому еще на ноги наступил? Да ты всем наступил, нормально. Бля, ебать, я не могу так. Ребят, пока всем, кто ушел, подождите. Ну мы с тобой прощались, я понимаю, с тобой кто-то еще уходит, пока. Вот это крыса. Пока. Приятно было познакомиться. Да, приятно было познакомиться. Ты уходишь, что ли? Да. Он 2000 мне должен. Подожди, не уходи. Бля, что ты уходишь? Он пока 2000 мне не отдаст, отдай мне 2000. Саньку пока. Санек, пока. Кто Санек? Санек, тебе пока. Саня, пока. Все, пока. Санек, 2000. Да, приятно было познакомиться. 2000. Отдай мне 2000. Надеюсь, еще увидимся, ребят. Все, идем на Балтийскую. На Балтийскую все? Ну, погнали все на Балтийскую. Так и не отдал мне деньги. Погнали все на Балтийскую. Балтийскую это вон. Что пишет, что пишет? Вон туда. Что пишет, дай. Да ничего не пишет пока. Да, все, мы идем как раз. Вот. Он меня проводит до Красноармейска или до куда-то. Я на Балтийской живу. Ты на Балтийской живешь? Тебе и, конечно, к тебе идем.
проще ехать. Тула вас уже. Я гоняю только ради того, чтобы заехать. Как в этот. Слайд, Дрекси, Фокси. Да, бля, можешь врубать нафиг. Не-не, где, да чё ты? Тебе последний вопрос успеть надо задать админу группы. Давай. Давайте. Любые. Любые вопросы Литу. Любые. Принесите сижек. Нет. Фокс пишет. Нас никто не смотрит, чтобы задавать. Денег нет на сишки, ребят. Стэнвальд, если меня забанят за тег сосо... Сосок Шиаваси, ты разбанишь меня? Не, ну вот пока меня нет, можете кстати, постить. Дизадор, Дизадор, у меня твоя хуйня. Я ее басу, понял? Я ее басу. Ребята, которые из Питера, давайте мне друзья, если что, встретимся еще раз. Давай. Владимир Карпов. Почему бан неделя за автоп? Не, ну потому что как бы на день дают за всякую мелочь, блядь, а вот за неделя... день для новичков. Типа. За день для, типа, для вот прям новеньких, кто новенький, ничего не шарит. А неделя это уже достаточно, нормально. Ребят, остаются некоторые месяцы и год, и всем хуёво. Поэтому, вот сейчас лайки пойдут. Очень просто, все найдите меня, друзья, и всё. Что-то лайки перестали. А, нет, все, все, полетели. Ну-ка, так, кто, кто у нас победитель по лайкам? Сейчас посмотрим. Ну, блядь, тут вся куча. Конечно, батя, блядь. Нет, кто больше всех лайкает? А как лайкать, я не понимаю, что нужно, чтобы лайкать? Не, у Диггера там почти по 10к лайков, по 5к лайков было. Там еще Роман был этот. Какой-то Роман, ну, так у меня у была там сфотка. Тысяча человек. У меня там народу было, типа 120 человек. Роман стримит 10 лайками. Да, согласен. Ну что, пойдем до болтов? Пойдем, идем, идем. 50 LKM. Ой, ну, LVM. Теперь камера перешла с Стэнбольдом. Да, я всех фоткаю. Да, нормально, все так. Хофи, привет зрисающему. Да, Хофи, привет. Я, блин, ради него приехал в Питер практически, а он взял и в туалете. Ну, что такое? Ну, блин. Что за дела? Зуфер, сколько раз в день можно... Зуфер, сколько раз в день можно форсить гату? Что такое гата? Что такое гата, ребят? Это гата-скин. Гата-скин, гата-скин. А, гата-скин, гата-скин. Самый лучший скин. Раз в день. Не, ну, ну можете его... Ну можете его запостить на стенку, но только зачем? Вы можете его запостить на стенку, но только зачем, если он есть в документах группы? В гости ко мне зайдите, говорит мне Фокс. Скайдайвер Фокс. А, скайдайвер? Да, она говорит в Костик. В Костик она. А, она на Балтийской, да. Скайдайвер. Зуфер, ты разбанишь меня, если забанит Кисун за тег сосок Шиаваси. Я тебе говорю, пока Шиаваси нету, может постить сосок Шиаваси. Но только нет. Немного. Не надо, много. Пока админы на сходке, можно. А Кисуна нет. Кисун. Кисун, будет... Кисун, Кисун будет банить, ребят. И все. И... О, мы спалили Кисуна. А, блин. Да. Стоп, стоп, Кисун админ. Кто это? Вы ничего не слышали, ребята. Вы ничего не слышали. Блять, ладно, в этом я виноват. Да похуй, ну батя разъел. Зуфер, если что, можно. Он чего просился в группу заадминить. Если что, тебе можно писать насчет разбана? Спрашивает Фер, я не успел кто-то. Да, да, можно. Можно писать Зуферу. Мне все и так пишут. Вы, блядь, и так пишут Зуферу, потому что он первый в контактах, ему все пишут. Если Зуфер не отвечает, то пишут второму, это Хофу. Потом мне, потом Банане, потом кто пятый. Талала или Индекс, не помню. Блядь, телефон нормально держи, не выпендривайтесь. Я говорю, у нас реально... Не, я могу вот так вообще держать. Ильдарка, чмок. Просто рандомно. А я тогда сорвался, я тогда с один день сорвался. Да, Шиаваси теперь тоже админ будет, скорее всего. Откуда так? Он выкупил. Вон, смотрите, новый админ Осу группы, вон он там, он. Улыбается. Я новый админ Осу группы. Ты тоже новый админ? И вы тоже? Все. Короче, все, кто были на сходке, новые админы Осу группы, ребят. Все, короче, вы упустили такую возможность. Не-не-не, мы возьмем Шиваси возьмем. Выгоним Стэнвальда. И еще возьмем чувака, который хотел нам турики делать. Возможно. А, да-да, возможно. Просто как бы для того, чтобы делать ему турик, мы... Диггер в админы. Идите на, идите на шкапе. Диггер предатель. На шкапе на 36. Потому я вам конфет... он доброгруппа. Шкапе на 36, я вам конфеток принесу. Шкапе на 36. Подожди, Зукер, ты ведь тоже админ доброгруппа. Ты чё? Я тебе рассказывал, доброгруппа, это собственно была группа. Я вначале стрелку дал основную. Потом мне завели типа, как он называл их раки, он их ненавидел, он их банил. А я не мог их банить, потому что я... История доброгруппы. Так я же рассказывал историю доброгруппы. Был такой чувак Андрюш, я же уже рассказывал. Вот. Не бежишь? Нет. Чего нет? Не и когда
когда вот только-только зарождалась вся эта фигня. Ну, я как бы создал группу и пригласил его типа помочь, потому что он мне про игру-то рассказал, собственно. Вот, но его не устроили те чуваки, которые там в то время тусовались. У них DBF, был там, у них там типа... двачевский сленг был, там DBF, Наттыки. Delirium. Delirium'а не был, Delirium'а Delirium не был. Это был DBF, Наттыки, Белас. Карты с просьбой на мод на стену кидать не надо. Там есть система про маппинг, туда кидайте. Не думаю, что он там ответит, прям вот я что-то сомневаюсь, но стену засорять им не надо. На стене так же отвечают, как и в теме, типа. Просто да. Внимания на стене больше, поэтому кажется, что отвечают лучше, на самом деле. Ну, вообще, да, здесь Ваня прав. Если вам надо, то... Ну, просто я объективно подхожу к вещам, типа. Модера найдете, модера лучше найдете в этом. Есть шанс, что вас после стены удалят. Прям большой. А в обсуждении точно не удалят. Я с батей иду как батя. Отбери у бати сигарету. Да ладно вам, стена привлекает к себе внимание. Но вы понимаете, вы засоряете вот... Короче, вот появляется пост на стене про вакам, да? Про вакам. Он появляется. Потом появляется 500 ненужных постов. И из-за этого снова спрашивают про вакам. Хотя его, про него не могли не спрашивать еще хотя бы неделю. То есть, ну вот так это работает. Ну просто как бы... Я не стираю очень много... Жузу, привет! Что, там Жузу смотрит? Да, Жузу нас о, смотрит. О, Жузу! У-ху! Все, Жузу, здорово. Жузу, бля, мы тебя так ждали. Жузу, мы все тебя тут только про тебя разговариваем. Так, как идем? Где? Типа, через несколько недель. На Балтийскую? Жузу не хватает. Очень. А ему сказали через неделю. Чё? Так, а мы же идем на Балтийскую. Давай, я веду. Я с перископом. Ну все, прощаемся, надо выключать, а то телефон разрядится. Какой выключать? Туда. Телефон разрядится, а то. Сколько у тебя там процентов? Ну блин, ну здесь же еще доехать надо. Напиши там, пока всем, давай. У тебя 32%. Ребят, сколько тебе надо? 20? Я слежу, окей. Все. Не, на самом деле, этот чувак реально похож на ВВВ, если его так весь день называют. Вот это? Да. Чувак похож, который на ВВВ. Как его зовут? Да, ты. Это, короче, ВВВ с нами. Кукизи от нас отстал, он уехал назад в Корею. А Рафис, да, потерялся где-то. Короче, смотри, еще минут 10, я слежу за 20%. Ребят, я скажу, когда в чате, ну, я вам скажу, что когда трансляция закончится. Корея, Япония, так, не верю. Я все пропускаю, потому что я только пришел. Поцелуй Ваню в пупочек. Кто Ваня у нас? Кто у нас Ваня? Иван Зуфер, может быть. Подожди, от Джузу от меня прис... Джузу! Блять, нет! Зуфер! Да. Ваня, это ты! Да, тебе да. Джузу, короче, пишет, чтоб я тебя поцеловал в пупочек, блять. От него! Может, не будем? Смотри, ну, блядь, Зуфер отказывается. Не на камеру, слушай, ребят. Блядь, ноугома, типа, ноугома, чувак. Не, ну, блядь. Тогда можно поцеловать. Просто Джузу, скажешь, ты такой слово. Пропустил, пиздец, блядь. Да. Блядь. Я тоже блякать могу. Ну, ты видишь, ты посмотришь в перископе, блядь, сколько человек пришло. Я охуел. Нас на первую сходку в Питере пришло 3 человека. Яла, Лупер и еще челик. Блядь, 3. Сейчас 33, типа. А что, Нина не пришла? А, Нина не... Ой, Нине привет. Да, привет, Жузу. Привет, Невайс. Да ладно, ТСМ, это ты, блядь. ТСМ? ТСМ? ТСМ! Всем привет, ТСМ! 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 От синей компании Сибири, блядь. ТСМ! Давай. Нина жалко не пришла, да. 6 августа. Смотри, ТСМ, давай. 6 августа сегодня у ТСМ. Давай, блядь, держись там. Да, ТСМ здесь. Смотри, я хочу взять. Смотри, батя. Вот батя со мной рядом. Короче, ТСМ с ДР там. А? Удрести. Блять, я не могу не удрести ДР ТСМ. Короче, батя передает с ДР ТСМ. Передает поздравление ТСМ. Да. Счастья, здоровья, пиво. Блять, я не могу не трясти и идти, блять. Я так и могу вперед снимать, блять. Я наебал, но я ему скину. Кому что скинешь? Да, он вот наебался. Бля, я тоже уебался в щи, пиздец, блять. То есть ты наебал, короче... Кто уебался в щи? Ну я наебался. А ты это сказал тоже, я тоже это сказал. Ну Джузу наебался в щи. Ну все правильно сделал. Не, подожди. Наебался в щи Джузу и наебал Зуфера тем, что он не приедет. В смысле наебал? ТСМ, да. Блять, сука. Сложно, но ладно, я ничего не понял. Я тоже не понял, кто чё наебался там. 4 секунды реакции. Так, вы просто так орали с ДРТСМ, да? Да мы думали, что ТСМ здесь, вот мы орали, блять. ТСМа нет, а? Хуй знает. Я наебал, что... Блядь, сука. Ребята, болты там.
Яна, блядь. Хорошо, спасибо Джузу, что ты передашь ТСМу. Особенно этот момент, скинь Диму его. Там Джузу или Джузу Лавер? Там просто Джузу. Разве не Садовая ближе? Земной. Вот в ту сторону, откуда мы пришли. Ну здесь Садовая. Садовая есть. Если Садовая, то смотри, ты... Хватит игнорить, сучка. Прости, пожалуйста, я только в чат зашел. Напиши еще раз, что ты написала. Так, вам куда, всем? Что-то мы лучше делать садовую, потому что, типа, там три ветки сразу. Да. Ты проще разъехать, там будет чуть ближе и приятнее идти. А болты — это срака, честно, ненавижу. Блядь. Да я хуй знает на самом деле, где здесь ближе, болты, техноложка. Я думаю, все-таки садовая. Здесь, здесь просто отсюда расстояние больше. Ну, блядь, здесь одинаковое расстояние до садовой, до техноложки и до болтов. То есть мы думаем идти на садовую. Там пойдем, сразу, ну пойдем на садовую, да. Что ты не смог приехать, Джузу, я не прочитал, не успел прочитать, извини. И от меня, блядь, да что за хуйня, вы пишите еще раз. Я просто не успеваю почитать чат, потому что я отвечаю на вопросы здесь. Включи фронталку. Блядь, вот вам фронталка. Алло, на работу вызвали. А, тебя на работу вызвали, Джузу, понял. Обними батю от меня. И от меня, что от тебя, Sky, Diver Fox. Ладно, я попробую батю обнять. Где батя у нас? Батя далеко. Сейчас, погоди. На. Где батя? Ищите батя. Я думал, будет... А, вон батя. Давай, 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 давай. Вот там батя, короче. Снимайся с тобой. Батя! Меня попросили обнять тебя. Я не против. Все, смотри, вот мы обнимаемся с батей, блядь. А зачем? Кто? Да, хуй знает, кто запросил. Джузу и Sky... И Skydiver Fox еще. Да, Skydiver Fox. Пожалуйста. Ради бога. И для вас, и, блядь, наконец-то, всё, наконец-то. Да. Держи. Давай. Все для вас. Наконец-то. Нет, от меня. Блядь, и от Кинотори я тебя обнял еще. А? От Кинотори. Ну, это был самый интимный момент, который я когда-либо да, снимал. Да, это был Cup of Pride, блядь. Ну, сколько до процентов? Вот так, процентов? 29. Все, давай заканчивай. Все, заканчивай. Я просил посылать Ваню в пупочек. Блять, Ваню не поп... Ваня сам не захотел. Давай да закончим на красивом моменте. Да не, да, еще да, можно. Да, да еще можно. Обними Диггера от меня, лол. Лол, блять, он далеко. До него обязательно. Диггера я боюсь Диггер, обнимать. Диггер, ладно, не батю. Диггер не батя. Да, Диггер не батя. В одной порно, блять, что ты пропустил с батей. Запати в горящую избу, да? Да, с Диггером. Ладно, батя, батя моего роста, блядь. Сука. Мне больше нравится батя, чем Диггер. Батя пиздатый. А я обнял Диггера, а я обняла Диггера на прощание. Да ты всех обняла на прощание. Сука, не могу фронталку, я уже сзади всех. Везет. Че везет? Везет то, что батю обнял. Извини. Кукизи идет. Вот он, бля. Работает. Где? Сейчас еще доебется, что мы его снимаем. Ой, извините, случайно. Это был Кукизи, ребят. Это батя со спины. Как бы соски, они внутри, ребят. Представьте. Да, соски, короче, блядь, за спиной. И от меня, что от тебя, я не понимаю, блядь, я чат, я чат не успеваю читать просто. Одним сообщением, плиз. Да. Как бы я от меня... Ну не, подожди, они могут одним сообщением написать, и я могу пропустить это. Ну обними Диггера от меня, лол. Да, блядь, я не хочу Диггера отнимать. Обнимать. Батя был близко. Да, батя, батя пиздатый, и поэтому... Он шел навстречу. Да. А Диггера... отдаляется. Да, Диггера отдаляется. Особенно Диггера, тут еще есть мальчики. И он с кем-то пиздит там. И я когда... И что? Вы бы обнимались с человеком, который про маппинг пиздит. Наташа, Наташа, Skyfox просит, чтобы я тебя обнял от нее. Обнимаешься, Вася. Видишь, мы обнялись. Ради тебя. А Диггер обниматься, блядь. Вдруг он мне больше не будет донатить, блядь. Он стоит, он стоит. Попроси, попроси, давай. Диггер! Диггер! Митя!
школе. Да? Вот там туда пойти надо. Видишь, нас снимали. Нас просили обняться там ради кого-то. Давай. Вот, все, мы с Никитом обнимаемся. Скажи батя, что он самый лучший, и обними его от меня. Блять, опять батю обнимали. Батю уже обнимали. Батю уже обнимали, ребят, да. У нас зеленый. Все, погнали. У нас зеленый. Это все Питер. Где-то там я живу впереди далеко. О, сука, камин моя ламповая. Да, конечно, ламповая. Почему бы и нет? Так, я опять впереди. Останавливаюсь. Пропускаю всех. Да идите, идите. Да идите, блядь, я вас сзади хочу снимать. Блядь, я вот нажимаю, как-то имя нажимаю. Батя там орёт что-то. Чё? Мы тут это... ДПС. Тут, блядь, заплачаем читеров, да. Заплачаем читеров. Обсуждают кого-то, короче, читеров всяких там. Вот бы рекламу такую проводить. Да, смс, перебор. Слишком много внимания бате. Кстати, да. Он уже ему смотрит. Да, ему даже самому надоело, я серьезно говорю. Батя, он батя, все. Да вот, я всех со стороны снимаю. У всех подписи есть. Два ноунейма, которые живут в Питере. Яна и... Яна и... И Леска 228. Стейнвальд. Здесь я. Справа от меня... Аргон. Аргон, который вообще ни с кем не общается. Сложно быть популярным. Да нет, не очень сложно. Почему? Время, время. Время? Время 8.51. Все, вырубай. Да нет. Попроси. 27% еще. Еще 3 минуты. 3 минуты я выключу. Все, ребята, а то трансляция будет еще 3 минуты. Давайте, ребят, у вас последний вопрос, вот просто последний вопрос всем, вот, который вы можете задать. Короче, вот джу, это 1337, это, блядь, сука. Ваня, блядь, Зуфер. Вот, основной этот. Главный админ группы. Да, главный админ группы. Он уже поехал, по-моему. Да я вообще пиздец. Все, я это. Диггер, Наташа, батя, слева, имбас. Впереди Файербул. Я вообще самый как бы старый. Ноунейм. Ну, бля, опять я его не помню. Я самый старый живой игрок. Самый старый живой игрок, бля, вообще. Как-то. Он реально до сих пор играет, я видел. Ну, как бы меня держит, что на мне комьюнити висит. Ну, хоть как-то висит там, я хоть... Короче, тебе привет от SkyFox, которая с нами была. Вот тебе сердечко, SkyFox. Короче, впереди это Firepool, справа от него в красном я не помню кто. Еще, но Ясин и его девушка тоже Сосу, я тоже не помню ее ни... А! Она тебе привет, блять, она тебе спасибо за свитчи передала, вот. Стрим 300, изи, на красненьких. Не ломай БВшечку, она няшка. Ой, извини, пожалуйста. Извини, пожалуйста. Под жопу кидай. Я просто снимал и влево смотрел. Мур-мур. Она тебе мур-мур передала. Давайте, короче, последний вопрос, я выключаю этот перископ, блять. Да, его в диваку вроде собирает. Девакуп вроде записывает. Да? Ну заебись. Девакуп, надеюсь. Конечно, не против. Конечно, я не против. Чё там пищ? Блин, Зуф... я наступил, что мои дешманы не скучаешь по... А. Зуфер! Зуфер! Да. Скучаешь по Сердякову, блядь. Я по вот Сердякову. Ну, в принципе, да, он движуху наводил нормальную, да. Там. Несмотря на то, что как бы поначалу казалось, что он даун отбитый. На самом деле он типа супер. Мы скучаем. Мы скучаем. Обними Станвальда. Обнимаю. Вот. Вот. Все, мы со Станвальдом. Ну, кто нам ручит? Кирилл, скинет. Мы скучаем без тебя. Скайдайвер, говорит, задницу даешь, что это? Кому вообще адресовано? Все даем, все, конечно. Ты чё, блядь? Все. Никто не дает. Так, дайте я поведу аппаратуру. Да все, это не с нами, дядьки, ладно. Все, мы заканчиваем, да? Да, сейчас ладно, я опоздал. Давайте, ребят. Смотри, сейчас последний вопрос. Да уже был последний. Да все, уже был последний. Сейчас, последний вопрос. Ахахахаха. Последний. Короче, Скайдайвер Фокс, пиши мне, если что. Ну, мне, тому самому Шавасе. Спасибо за трансляцию. Пожалуйста, ребят. Главное, что вам спасибо, что вы сколько смотрели. Сколько админка стоит, ребят? Вы няшеньки, админка, спасибо. Админка, она для хороших людей, которые зарабатывают место. Админку можно купить. А как их зарабатывать? Хорошими делами. Хорошими делами.
Хорошие дела делаете. Короче, 30 секунд осталось, ребят. Вот, слушай, вот насчет админки, да, вот Шаваси просто с нами потусил, и все, завтра у него админка изи. Мы ему верим. То есть, изи админка просто за то, что потусил, но он нормальный чувак, типа, ну, все как. Админка только через постель. Да, именно, мы, блядь, вчера с 1.37 спали, блядь. Сейчас дальше пойдем. Чего? Не было такого, блядь. Все, давай, вырубай, 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 все. Вот, за... короче. А мне дадут админку? Ну, да, я не знаю. Эй, повернитесь кто, все! Скайдайвер Фокс. Батя! Это та тянка, которая стояла. Ну, ты меня обижал еще не везде, но я не знаю. А мода дает... все, повернитесь, фаербул, все. Короче, пока всем. Батя! Батя! Все, давайте, фаербул, прощайся на перископе. Пока всем. Пока. Все, прощайтесь на перископе. Пока. Всем, все, всем пока. Не так близко. Хорошо. Все, всем спасибо, всем пока. Пока от мусора, пока от мусора. От мусора обязательно пока. От Эмбаса пока. От Яны пока. Опять от мусора пока. Да, опять от мусора. Можете обнять, можете обнять. На удачу, на удачу. Вот, нас, это меня обнимает, но есть Син, короче. Пока, ребят, пока. Вот на этой ноте. Все, выключай.